Здесь, в одной из крупнейших каторжных тюрем царской России, отбывал срок революционер, которому вскоре суждено было стать известным на весь мир. В общей сложности он проведет в заключении 11 лет. Ему еще только предстоит стать легендой органов государственной безопасности, но уже в первых письмах к родным чувствуется его железная воля. Феликс Дзержинский. Десятилетия спустя его назовут рыцарем революции и апостолом террора. Он войдет в историю как Железный Феликс, а его деятельность еще долгое время будет вызывать ожесточенные споры. Однако даже самые непримиримые противники Дзержинского соглашаются с тем, что это был по-настоящему незаурядный человек. Феликс в переводе с латинского значит «счастливый». Так Дзержинские решили назвать сына после того, как у матери Феликса начались преждевременные роды. Но мальчик, вопреки обстоятельствам, родился здоровым. Семья Дзержинских принадлежала к старинному польскому дворянскому роду, но богатой не была. Жили в окрестностях Вильна, в селе Дзержиново. Подданными русского царя, как и многие другие поляки, Дзержинские себя не считали. Дома говорили исключительно по-польски, каждое воскресенье ходили к мессе в католический храм и тайно мечтали о независимости родины. В начале 19 века царство польское было включено в состав Российской империи. После подавления восстания в 1863 году здесь была развернута кампания по русификации населения. Запрещалось использование польского языка в школах, общественных местах, официальной переписке. Под запрет попали церковные книги на польском, а дворян и приверженцев католической веры стали вытеснять из государственных учреждений. Когда Феликсу было 10 лет, он поступил в первую Виленскую гимназию. Это привилегированное учебное заведение славилось очень строгими правилами. В числе его воспитанников были российский премьер-министр Петр Столыпин и известный артист Василий Качалов. В первом классе Феликс остался на второй год. Он плохо знал русский язык, дерзил учителям. Нередко вместо уроков оказывался в карцере. В гимназии его интересовал только один предмет – закон Божий. Из воспоминаний Дзержинского. «Я был очень религиозен. Даже собирался поступить в римско-католическую духовную семинарию. Однако этого не случилось. Когда я был в шестом классе, произошел перелом в 1894 году. Тогда я целый год носился с тем, что Бога нет, и всем горячо доказывал это». Вокруг личности Железного Феликса родилось немало легенд, и, согласно одной из них, веру в душе юноши поколебала трагическая случайность. Феликс и его брат Станислав стреляли по мишеням из отцовского ружья и случайно попали в родную сестру, которая скончалась на месте. По другой версии, Дзержинский разуверился в существовании божественного начала по иной причине. Один из товарищей по гимназии дал ему почитать труды Карла Маркса. Карл Маркс – немецкий философ, экономист, основоположник марксизма. Учение о построении справедливого общества, в котором уничтожены господствующие классы и частная собственность. Все члены общества равны, наделены одинаковыми правами и возможностями. Идеи Маркса были восприняты социал-демократами всего мира. Дзержинский отказался от веры в Бога, но идеалистом быть не перестал. Увлекшись революционными идеями,
Он вступил в ряды Литовской социал-демократической партии и бросил гимназию. В его квартире в городе Ковна заработал гектограф, копировальный аппарат. В этой домашней подпольной типографии Дзержинский печатал агитационные листовки и издавал газету «Ковенский рабочий», призывая рабочих бороться за свои права. 17 июля 1897 года Феликс шел по улице со спрятанным свертком новеньких листовок. Он планировал тайно передать их своему товарищу для распространения на фабрике. Тот уже поджидал Дзержинского на скамейке в сквере, но как только Феликс протянул юноше сверток, к нему подбежали полицейские. Товарищ оказался осведомителем царского охранного отделения. Жандармы пытались выведать у Дзержинского все его революционные связи, требовали чистосердечного раскаяния, лишали пищи, избивали березовыми палками. Но он хранил молчание и показаний ни на одного своего товарища не дал. Предварительное заключение длилось около года. В записке к сестре из Ковенской тюрьмы Феликс решительно протестует против сострадательного тона. «Ты называешь меня беднягой? Крепко ошибаешься. Я уверенно могу сказать, что я гораздо счастливее тех, кто на воле ведет бессмысленную жизнь. И если бы мне пришлось выбирать, тюрьма или жизнь на свободе без смысла, я избрал бы первое, иначе и существовать не стоило бы. Поэтому, хотя я и в тюрьме, но не унываю. Тюрьма страшна лишь для тех, кто слаб духом». За распространение запрещенной литературы Дзержинского приговорили к 3 годам ссылки в город Нолинск Вятской губернии. Там он познакомился с Маргаритой Николаевой. Девушка тоже находилась в ссылке. По средам она проводила у себя дома собрание марксистского кружка. Между Феликсом и Маргаритой завязалась переписка. Ссыльные были обязаны регулярно отмечаться в местной полиции. Процедура формальная, и обычно ею занимался писарь в участке. Но в один из дней Дзержинского попросили зайти к самому исправнику. Глава уездной полиции потребовал от Феликса прекратить пропаганду среди рабочих, а затем, издеваясь, стал цитировать его письма к Маргарите. Юноша не сдержался и назвал исправника мерзавцем и негодяем. За оскорбление должностного лица Дзержинский был выслан на 500 верст восточнее Нолинска в село Кайгородское Слободского уезда. Периодически Дзержинский уходил на несколько дней в лес на охоту и рыбалку, и местная полиция быстро привыкла к этим долгим отлучкам. Так созрел план побега. Однажды Дзержинский не вернулся в поселение. Полицейские забили тревогу лишь на 7-й день, рассылая телеграммы о побеге ссыльного. Но было уже поздно. Феликс на лодке добрался до ближайшей железнодорожной станции. Оттуда отправился в Вятку и в том же 1899 году приехал в Варшаву. Позднее из очередной ссылки Дзержинский напишет Маргарите: «Нам, право, лучше вовсе не стоит переписываться. Это только будет раздражать вас и меня. Я бродяга, а с бродягой подружиться беду нажить. Прошу вас, не пишите вовсе ко мне». Так началась нелегальная жизнь Дзержинского. Днем он прятался на конспиративных квартирах, писал прокламации и статьи. Выходил на улицу только под покровом ночи, чтобы выступить перед рабочими. Когда Дзержинский возглавит органы государственной безопасности, опыт подпольной работы пригодится ему в поиске и поимке преступников. Вскоре его снова арестовали. 2 года он провел в тюрьме, а в 1902 году отправился в ссылку на 5 лет. Теперь уже в Сибирь. Такая жизнь не могла не сказаться на здоровье. Феликс заболел туберкулезом.
1905 году вновь сбежавший из ссылки Дзержинский вернулся в Варшаву, в самую гущу событий. Он продолжил заниматься нелегальной революционной работой, организовывал забастовки и демонстрации польских рабочих, руководил Варшавской партийной конференцией. В Варшаве его арестовали снова, но уже через 3 месяца выпустили по амнистии. До своего следующего заключения Феликс успел познакомиться с Владимиром Лениным. Их встреча состоялась в Стокгольме во время 4-го съезда РСДРП. Тогда же Дзержинский встретил и свою настоящую любовь. Ее звали Софья Сигизмундовна Мушкат. Будущая супруга Феликса Дзержинского родилась в богатой еврейской семье. Она получила блестящее образование. Окончила Варшавскую консерваторию по классу фортепиано. Но вступив в Российскую социал-демократическую рабочую партию большевиков, зажила той жизнью, которой уже привык ее возлюбленный. Аресты, тюрьмы, ссылки, побеги. В начале 1908 года за нелегальную деятельность и побег из тюрьмы Феликса Дзержинского арестовали и сослали в Сибирь на вечное поселение. Здоровье его ухудшалось, туберкулез прогрессировал. Но даже это обстоятельство не помешало ему совершить очередной побег. В 1910 году Феликс Дзержинский и Софья Мушкат поженились. Через несколько месяцев Софья, которая ждала ребенка, была направлена партией на нелегальную работу в Варшаву, где ее арестовали. Первый и единственный сын Дзержинского, Ян, появился на свет в 1911 году в женской тюрьме Сербия. Затем Софья снова была приговорена к ссылке в Восточную Сибирь на вечное поселение, но вскоре бежала с сыном по поддельным документам за границу. В эмиграции она узнала, что Дзержинский опять арестован. Сына он впервые увидит только через 8 лет. В сентябре 1912 года, после нелегального возвращения Феликса Дзержинского в Варшаву, его арестовали и в апреле 1914 приговорили к 3 годам каторжных работ. Он отбывал их в Орловском централе. Эта тюрьма отличалась невероятно жестокими условиями содержания, которые приводили к массовым заболеваниям, высокой смертности и самоубийствам каторжан. Дзержинский сообщал в своем письме на волю: «То, что вам известно стало насчет наших условий, все это правда. Эти условия попросту невозможны. Последствиями их является то, что каждый день кого-нибудь вывозят отсюда в гробу. Из нашей категории политических умерло уже 5 человек в течение последних 6 недель. Все от чахотки». Эти годы стали самым мрачным периодом в жизни Дзержинского. Почти все время он находился в кандалах. То в одиночных камерах, то в бараках, переполненных умирающими от тифа и туберкулеза людьми. Шрамы от кандалов на щиколотках останутся у него на всю жизнь. В 1916 году Феликс был приговорен еще к 6 годам каторги, который отбывал в Бутырской тюрьме в Москве. В общей сложности Дзержинский провел на каторге, в тюрьмах и ссылках 11 лет. И в этих условиях сформировался его характер. Характер, за который впоследствии Феликса будут называть «железным». Когда после февральской революции 17 года рабочие пришли освобождать Дзержинского, из тюрьмы вышел несгибаемый человек, которого они знали и за которым готовы были идти. К тому моменту Российская империя уже была втянута в Первую мировую войну. В стране начались антивоенные митинги, забастовки и хлебные бунты. Дзержинский теперь вел агитацию в воинских частях. Арестантское одеяние он поменял на гимнастерку и шинель. Эта одежда попросту казалась ему удобной, но с тех пор стала частью его образа.
В августе Феликс Дзержинский определился окончательно. Он пойдет за Лениным. В Петрограде на полулегальном 6-м съезде партии большевиков его избрали в Центральный комитет. Постепенно Дзержинский стал видной фигурой в военных структурах большевиков. ЦК, Центральный комитет, высший партийный орган в промежутках между съездами партии. ЦК осуществлял руководство всей деятельностью партии, местных партийных органов, руководил кадровой политикой. ЦК направлял работу центральных государственных и общественных организаций, создавал различные органы, учреждения и предприятия партии, назначал редакции центральных газет и журналов, распределял средства партийного бюджета. В разные годы своей деятельности в Российской империи и Советском Союзе коммунистическая партия имела разные наименования. 1898-1917 – Российская социал-демократическая рабочая партия, РСДРП. 1917-1918 – Российская социал-демократическая рабочая партия большевиков, РСДРП-Б. 1918-1925 – Российская коммунистическая партия большевиков, РКПБ. 1925-1952. Всесоюзная коммунистическая партия большевиков, ВКПБ. 1952-1991. Коммунистическая партия Советского Союза, КПСС. Большевистское восстание началось в Петрограде в ночь с 24 на 25 октября 1917 года. На плечи Феликса Дзержинского легла координация действий по захвату вокзалов, мостов, электростанций и других объектов первостепенной важности. Вскоре во все города России телеграф разнес весть о провозглашении в стране нового государственного строя. Между тем страна погружалась в хаос. Из воспоминаний Дзержинского. Это было время, когда мы заняли места во всевозможных министерствах и нашли там только пустые ящики и шкафы без ключей. Все чиновничество главных ведомств не хотело признать советскую власть. В наше учреждение бросилась масса авантюристов, желающих нажиться и обтяпывать свои делишки. И в то же время в Петрограде и других городах создавались контрреволюционные организации. Толпы штурмовали винные склады и магазины. В ночь на 4 декабря только в Петрограде было зафиксировано 69 погромов и 611 различных уголовных преступлений. Не хватало топлива, продовольствия, почти бездействовал транспорт. Для наведения порядка в стране было решено создать организацию по борьбе с внутренней контрреволюцией, саботажем и спекуляцией. Назвали ее ВЧК – Всероссийская чрезвычайная комиссия. А председателем назначили Феликса Дзержинского, который уже успел зарекомендовать себя как хороший руководитель. 10 декабря 1917 года газета «Известия ЦИК» опубликовала сообщение о создании Всероссийской чрезвычайной комиссии, где был указан ее адрес – Петроград, Гороховая, 2, а также время приема посетителей. В распоряжении председателя ВЧК поступило всего 30 человек из числа проверенных большевиков. У них не было знаний и навыков по ведению следствия, но был большой опыт подпольной работы. Главной задачей ВЧК в эти дни стала борьба с преступностью, в том числе предупредительная. Разрешалась конфискация имущества, выселение из домов и квартир, лишение продовольственных карточек. Расстрел, как высшая мера наказания, органами ВЧК в то время не применялся, поскольку поначалу большевики смертную казнь в России отменили. Первая мировая война еще продолжалась. Немецкие войска подступали к Петрограду. В тылу русской армии
действовали антибольшевистские группировки. 1 января 1918 года было совершено покушение на Владимира Ленина. В сложившейся ситуации советское правительство приняло решение о переносе столицы в более безопасный город – Москву. Также был издан декрет «Социалистическое отечество в опасности». Именно этим декретом в стране вновь вводилась смертная казнь. Принято считать, что произошло это с подачи самого Дзержинского, который утверждал: «Право расстрела для ЧК чрезвычайно важно, даже если меч ее при этом попадает случайно на головы невиновных». Первое решение о расстреле ВЧК вынесло 24 февраля 1918 года. К высшей мере приговорили налетчика, называвшего себя князем Эболи, и его сообщницу Бритти. Они совершали нападения на квартиры и государственные учреждения, а из Зимнего дворца вынесли немалое количество драгоценностей. С февраля по июнь 1918 года по решению ВЧК были расстреляны 50 человек. Между тем, политическая ситуация крайне обострилась из-за террористического акта, в центре которого оказался Дзержинский. Большевики готовились подписать с Германией сепаратный мир и вывести Россию из войны. Против этого шага выступила партия эсеров. Ставшие после революции союзниками Ленина, летом 18 года эсеры решили поднять мятеж. Партия социалистов-революционеров или эсеров. Революционная политическая партия Российской империи, позже Российской республики и РСФСР. В короткий срок после февральской революции 1917 года эсеры превратились в крупнейшую политическую силу. Численность партии достигала миллиона человек. Ее представителям принадлежал ряд ключевых постов в правительстве. Для населения были привлекательными ее идеи демократического социализма и мирного перехода к нему. Однако, несмотря на все это, эсеры не смогли удержать власть. Чтобы сорвать заключение мирного договора с Германией, эсеры организовали в Москве убийство германского посла Вильгельма фон Мирбаха. Главным исполнителем покушения стал 18-летний эсер Яков Блюмкин, служивший в ЧК под началом Дзержинского. Для подготовки убийства Блюмкин использовал бумаги с фальшивой подписью Дзержинского. Подделал ее первый заместитель главы ВЧК Вячеслав Александрович. Александрович вместе с Блюмкиным зашли в кабинет Дзержинского, достали из сейфа печать и проштамповали документы. Заговорщики обсудили детали и уже собирались расходиться, когда Александрович случайно заглянул за стоявшую в углу ширму. Трудно представить, что он испытал, когда обнаружил за ней спящего Дзержинского. Железный Феликс, отличавшийся колоссальной трудоспособностью, отдыхал прямо на рабочем месте. Получилось, что он буквально проспал преступление, которое не только осложнило политическую ситуацию, но и чуть было не стало роковым для него самого. 6 июля 1918 года Блюмкин вместе со своим помощником Андреевым прибыл в немецкое посольство в Денежном переулке в Москве. Предъявив поддельные документы, они прошли к Мирбаху. Уже во время беседы с послом Блюмкин выхватил револьвер и открыл стрельбу. Он расстрелял почти все патроны, но был так взволнован, что ни разу не попал. Мирбах выбежал в соседний зал. Андреев бросил под ноги послу бомбу, но та не взорвалась. Тогда Андреев ударил Мирбаха, и тот упал. Блюмкин схватил бомбу и вновь швырнул в посла. Раздался взрыв. Оставив на столе шляпы, револьвер, документы и портфель с запасной бомбой, террористы сбежали через окно и укрылись в особняке Морозова в Трехсветительском переулке. Здесь размещался штаб наиболее многочисленного отряда ВЧК, которым командовал эсер Попов. Дзержинский прибыл, чтобы арестовать Блюмкина и Андреева,
Но его обезоружили и задержали его собственные подчиненные. Начались аресты и других чекистов. Подавить левоэсеровский мятеж удалось с большим трудом, а самого Дзержинского сняли с должности председателя ВЧК до окончания разбирательства. Следователи пытались выяснить, не участвовал ли он сам в заговоре. Ведь у него был мотив. Как и левые эсеры, Дзержинский высказывался против подписания мирного договора с Германией, поскольку по условиям соглашения Россия лишалась родных для Феликса польских земель. Дзержинский снова и снова говорил, что о готовящемся убийстве Мирбаха ничего не знал. И его подпись на документах подделана. Ему поверили. И восстановили в должности. С марта 1919 по июль 1923 года он стал одновременно наркомом внутренних дел и председателем военного совета войск вне ведомственной охраны. При этом Дзержинский возглавлял ВЧК. Спать он ложился в 3-4 часа утра, а в 9 уже был за рабочим столом. В феврале 20 года Дзержинского назначили еще и председателем Главного комитета по всеобщей трудовой повинности. Его подорванное в тюрьмах и на каторге здоровье становилось все хуже. Туберкулез, проблемы с сердцем. Но отдыхать было некогда. В стране продолжалась гражданская война. Население разделилось на два враждующих лагеря – красных и белых. Положение усугублялось вмешательством иностранных государств. Летом 1918 года в Архангельске и Баку высадились английские войска. Владивосток оккупировали японские и французские части. В тылу большевиков активизировались сотрудники иностранных разведок. Один из них – Сидней Рейли. Сидней Рейли – британский разведчик. Обладал позывным номером 007 и стал одним из прообразов Джеймса Бонда. Свободно говорил на 6 языках, включая русский. Действовал в России с конца 1917 года. В числе прочего, у Рейли был свободный пропуск в Кремль по подлинному удостоверению сотрудника ЧК на имя Сиднея Рилинского. На 28 августа 1918 года была намечена грандиозная операция под руководством Сиднея Рейли. Место проведения – Большой театр, в котором на этот день было назначено заседание ЦК РКПБ. За 2 миллиона рублей Рейли подкупил начальника охраны Кремля, командира латышских стрелков Эдуарда Берзиня. Планировалось, что Берзин с помощью верных ему людей расстреляет всех присутствующих на заседании членов ЦК во главе с Владимиром Лениным. Тем же вечером в городе должно было начаться восстание 60 тысяч царских офицеров. На расходы по организации заговора Рейли передал Берзиню еще 1 миллион 200 тысяч рублей. Он даже предположить не мог, что Берзин является агентом Дзержинского. Операция Сиднея Рейли провалилась. Он бежал за границу, но был заочно приговорен к расстрелу. Приговор привели в исполнение лишь 7 лет спустя, когда подчиненные Дзержинского смогли вновь выманить Рейли в Москву. Заговор удалось устранить вовремя, но очередное покушение на Ленина все же произошло. 30 августа 1918 года Фани Каплан ранила его во дворе завода Михельсона в Замоскворецком районе. В тот же день в Петрограде эсер Леонид Канегисер убил председателя Петроградской ЧК Моисея Урицкого. Участились выступления против большевиков, которые сопровождались убийствами и вооруженными конфликтами. Большевики объявили Советскую Республику военным лагерем. Наступило время так называемого «красного террора». «Красный террор» – комплекс карательных мер, которые большевики проводили в ходе гражданской войны против своих классовых врагов – дворян, помещиков, офицеров, священников, кулаков, казаков, а также против всех контрреволюционеров. «Красный террор» являлся реакцией на террор «белый», крайнюю форму репрессивной политики антибольшевистских сил. 1918 год. Москва. Из письма Дзержинского жене. «Я выдвинут на пост передовой линии огня, и моя воля бороться и смотреть открытыми глазами на всю опасность грозного положения и самому быть беспощадным. Физически я устал, но держусь нервами и чуждо мне уныние.
Почти совсем не выхожу из моего кабинета. Здесь работаю, тут же в углу за ширмой стоит моя кровать. В Москве я нахожусь уже несколько месяцев. Адрес мой – Большая Лубянка, 11. В 1918 году главной силой красного террора стали органы ВЧК. В комиссии, которая в конце 1917 года насчитывала всего 30 сотрудников, теперь состояло на службе 30 тысяч человек. Работало 40 губернских и 365 уездных чрезвычайных комиссий. В местностях, где ввели военное положение, чекисты получили право производить аресты на неопределенный срок без доказательства вины и расстреливать врагов революции на месте преступления, не передавая дело в суд. Органы ВЧК брали в заложники бывших помещиков, купцов, банкиров, офицеров царской армии и родственников белогвардейцев. Для этих целей создавались мелкие концентрационные лагеря. Тем не менее, Дзержинский выступал против пыток и бессмысленного истребления противников, настоящих и мнимых. Были случаи, когда по его распоряжению за избиение подозреваемого сотрудника ЧК увольняли, отправляли в тюрьму, а при отягчающих обстоятельствах расстреливали. И все же именно Дзержинского называли «красным палачом». Железный Феликс относился к этому спокойно, ведь это писала иностранная пресса. И для революции это было даже на пользу, поскольку теперь перед ее карающим мечом трепетали. Дзержинский писал сестре Альдоне: «Для многих нет имени страшнее моего». В разгар красного террора, по настойчивому совету Якова Свердлова и Владимира Ленина, Дзержинский отправился на встречу с семьей. С момента их разлуки с женой прошло 8 лет. Сына за это время он увидеть так и не успел. Время для отпуска тревожное, но в октябре Красная Армия уже наступала. Многие заговоры были раскрыты. Дзержинский сбрил бородку, усы, побрился наголо, приоделся по-заграничному и с документами на имя Феликса Даманского сел на поезд. Его семья по-прежнему жила в эмиграции в Швейцарии. Лишь по редким письмам жены он знал о том, как растет Ясик. Но увидеть его, обнять, познакомиться с ним Дзержинский смог только сейчас. Эта поездка Дзержинского в Швейцарию в самый разгар гражданской войны до сих пор вызывает много споров у историков. Скорее всего, у него было еще какое-то поручение от Ленина. Трудно предположить, что в такое непростое время его отпустили за границу просто для встречи с семьей. Но что это было за поручение, остается загадкой. Лишь весной 1919-го Софья с сыном приехали в Москву. Поселились Дзержинские в двухкомнатной квартире в Кремле. Ясик пошел в школу, а Софья включилась в партийную работу, получив должность в Народном комиссариате просвещения. Видеться с Дзержинским домашним по-прежнему приходилось редко. Совмещая несколько должностей, он работал на износ. Был постоянно в разъездах. Его направляли в Минск, Белосток, Вильно, Харьков. Ему предстояло восстановить угольную промышленность и наладить поставки продовольствия. 13 июня 1920 года. Из письма Дзержинского жене. «А я собою недоволен. Вижу и чувствую, что мог бы дать больше, чем даю. Мог бы. Быть может, я слишком нервно истощен. Не могу сосредоточиться и взять себя в руки, чтобы щадить силы так, чтобы они дали, возможно, больше при наименьшей усталости». Дзержинский продолжал работу в ВЧК. После поездок по стране он понял, что красный террор, который изначально был направлен на борьбу с врагом, начал уничтожать и простой народ. В 1920 году в Тамбовской губернии был уничтожен отряд повстанческой армии, где из 11 тысяч погибших большинство были обычными крестьянами. В 1921 году, после восстания в Кронштадте, было расстреляно больше 2000 человек. Дзержинский не мог с этим смириться. Из речи Дзержинского на 10-м съезде РКПБ. «Товарищи, вы называете мою кандидатуру в члены ЦК, вероятно, имея в виду, что я буду продолжать работу в качестве председателя ВЧК. А я не хочу, а главное, не смогу там больше работать.
вы знаете, моя рука никогда не дрожала, когда я направлял карающий меч на головы наших классовых врагов. Вы знаете, товарищи, что я не щадил своей жизни в революционной борьбе, боролся за лучшую долю рабочих и крестьян. А теперь и их приходится репрессировать. Но я не могу. Поймите, не могу. Очень прошу снять мою кандидатуру. Просьбу Дзержинского отклонили. Кому-то надо было делать эту работу, и именно у фанатика революции Железного Феликса были качества настоящего чекиста – холодная голова и горячее сердце. В 1921-29 годах органы ВЧК УГПУ арестовали 1 4 956 человек. Осуждены были лишь около 20% от их числа. На своей должности Дзержинский все же пытался не быть палачом. Глава ВЧК был обеспокоен здоровьем чекистов. Дзержинский понимал, насколько важны спорт и физкультура, в том числе и для сотрудников ВЧК. По личной инициативе Феликса Дзержинского, специально для сотрудников внутренних дел, в 1923 году был создан знаменитый спортивный клуб «Динамо». Кроме того, Дзержинский занимался проблемой беспризорников. А ведь после Первой мировой и Гражданской войн в стране их насчитывалось около 5 миллионов. Из воспоминаний Сергея Тихомолова, личного водителя Дзержинского. «Однажды мы ехали по Мясницкой улице, которую покрывали асфальтом. Его варили на улице в специальных котлах. А ночью в этих чашах ночевали беспризорные дети. Дзержинский попросил остановить машину у одного из таких котлов. Подошел к чаше и достал оттуда ребятишек. Некоторые испугались и убежали. А с остальными Дзержинский разговорился и взял их в нашу машину. Мы поехали в ВЧК на Лубянскую площадь. Он привел ребятишек в свой кабинет, накормил и уговорил их отправиться жить в детдом. В январе 1921 года Дзержинский предложил наркому просвещения Анатолию Луначарскому создать комиссию по улучшению жизни детей. Вскоре она начала свою работу, а каждый чекист стал ежемесячно отчислять 10% от заработной платы на содержание детских домов. К 1924 году в стране было уже более 280 детских домов, 420 трудовых коммун и 880 детских городков. В 927 фабрично-заводских школах прошли обучение более 90 тысяч подростков. Так, известный фотоаппарат «ФЭД», копия немецкого фотоаппарата «Лейка-2», выпускался Харьковской трудовой коммуной. Идея создания таких коммун принадлежит знаменитому педагогу Антону Макаренко, а Дзержинский активно содействовал ее реализации. Сама аббревиатура «ФЭД» расшифровывается как «Феликс Эдмундович Дзержинский». К Дзержинскому приходило множество писем от коммунаров и воспитанников детских домов. Некоторые фотографии в рамках стояли на его рабочем столе рядом со снимком сына Ясика. Всего за 7 лет количество беспризорных в СССР сократилось с 5 миллионов до 200 тысяч. В активной работе с детьми Дзержинский видел лучший способ предупреждения контрреволюции и террора. 25 апреля 1920 года первый маршал Польши Юзеф Пилсудский начал наступление на Киев. Польшу поддерживали западные страны, и Пилсудский всерьез надеялся возродить Речь Посполитую в ее исторических границах. Ему удалось собрать армию в 700 тысяч солдат. Феликс Дзержинский всегда подчеркивал, что он в первую очередь большевик, а не поляк. Но судьба родной страны не могла оставить его равнодушным. Он видел будущее Польши в составе Советского Союза. В конце июля Дзержинский отправился в Вильно, а затем в Белосток, крупный промышленный город Польши, который уже был занят Красной армией. Здесь создали прообраз будущего правительства социалистической Польши – Польский революционный комитет. Члены комитета активно принялись за составление манифестов, с которыми хотели обратиться к полякам. Дзержинский был чрезвычайно деятелен. В первые 2 недели августа он выступал на митингах, организовывал поставки продовольствия, промышленных товаров, требовал от ЦК присылать поляков-коммунистов. И все это напрасно.
Население Польши не приняло правительство, созданное Советской Россией. Армия Пилсудского постепенно вытеснила Красную Армию из всех польских городов. И в марте 21 года социалистические республики были вынуждены подписать невыгодный для них мирный договор, по которому к Польше отошли значительные территории Украины и Белоруссии. Так завершилась давняя борьба между двумя революционными течениями в королевстве польском. Социал-демократ Дзержинский проиграл Польшу националисту Пилсудскому. Это стало личной трагедией Железного Феликса. 14 апреля 1921 года Дзержинский получил новое назначение. Выполняя функции председателя ВЧК, он стал еще и народным комиссаром путей сообщения. Сам Дзержинский так описывал тогдашнюю ситуацию. «На дорогах у нас один сплошной ужас. Хищение из вагонов, хищение в кассах, хищение на складах, хищение при подрядах, хищение при заготовках». Неудивительно, что ЦК партии решил назначить ответственным за транспорт главу ВЧК. Дороги страны находились в ужасном состоянии. За время гражданской войны было разрушено 2000 верст рельсовых путей, 80% железнодорожной сети. Из строя вышло 4322 моста, 400 мастерских и депо, 60% паровозного парка, 1/3 вагонов. По заданию Дзержинского, группа чекистов явилась на квартиру к бывшему заместителю царского министра путей сообщения Ивану Николаевичу Борисову. Не арестовывать, а уговаривать. Борисову принесли продукты, дрова и, главное, предложили вернуться на работу в качестве заместителя наркома путей сообщения Феликса Дзержинского. И уже на следующий день Борисов приступил к ревизии железнодорожного хозяйства. Дзержинскому нужно было решить еще одну проблему – преступность на дорогах. По подложным докладным, с товарных станций вывозили целые эшелоны грузов. Сотрудники ВЧК начали расследование. Вскоре в Москве были обнаружены тайные мастерские по изготовлению поддельных печатей и штампов. Среди изъятого был найден и новенький штамп с подписью самого Дзержинского. В конце 1921 года Ленин пришел к выводу, что пора отказываться от ВЧК. Стране нужны были иностранные инвестиции, а западные структуры боялись вкладывать деньги в страну, где была такая грозная организация. Поэтому вместо чрезвычайной комиссии в феврале 22 года было создано Государственное политическое управление. ГПУ при НКВД РСФСР. Возглавил его Феликс Дзержинский. Структура нового управления была заимствована у ВЧК. Главной задачей новой спецслужбы стала кропотливая и незаметная работа с оппозицией в стране, разведка в рядах антисоветской иммиграции и иностранных государствах. ГПУ, в отличие от ВЧК, не обладала неограниченными полномочиями. Согласно закону, оно становилось органом дознания и предварительного следствия, поднадзорным прокурору. В народе сотрудников ГПУ по-прежнему называли чекистами. Слово «ГПУшник» в русском языке так и не прижилось. 2 сентября 1922 года была образована комиссия по борьбе со взяточничеством. Разбираться с коррупцией предстояло также Феликсу Дзержинскому. За 1922 год общее число осужденных за взяточничество только по 49 губерниям составляло 3254 человека, что больше чем в два раза превышало число осужденных за государственные преступления. За взяточничество предусматривалась высшая мера наказания – расстрел. Страну тем временем одолевал голод. 34 губернии поразила засуха. Не хватало хлеба, чтобы прокормить население, и семян, чтобы засеять поля. Немалые запасы продовольствия находились в Сибири. 23 миллиона пудов хлеба и 1,5 миллиона пудов мяса. Чтобы отправить такую массу продовольствия в голодающие центральные районы, нужно было ежесуточно отправлять 228 вагонов. Но на железной дороге не хватало топлива и работников. Дзержинский отправился в командировку в Сибирь. Она длилась более 50 дней.
был произведен полный расчет с железнодорожными рабочими, которые 3 месяца не получали заработную плату. Внедрена система премий для паровозных машинистов за экономию угля и безаварийную работу. В марте 1922 года составы с продовольствием шли в одном направлении – с востока на запад, днем и ночью. «21 января 1924 года умер Ленин. Дзержинскому доверили организацию его похорон. По одной из версий, именно руководителю теперь уже ГПУ принадлежала идея бальзамирования тела вождя и возведения мавзолея. А в партии началась борьба за место руководителя страны. Дзержинский попросил освободить его с поста наркома путей сообщения, чтобы стать руководителем Высшего совета народного хозяйства. Он, по сути, возглавил всю экономику СССР. Хозяйственником Дзержинский оказался очень прагматичным. Он выступал за благополучие крестьян. А кроме того, ратовал за развитие мелкой частной торговли, которая позволила бы снизить отпускные цены на продовольствие и бытовые товары. Именно Дзержинский первым начал заниматься вопросами развития металлургического комплекса страны и индустриализации всей советской экономики. К началу 1924 года СССР преодолел продовольственный, топливный и транспортный кризисы. Воловая продукция крупной промышленности выросла вдвое, прошла денежная реформа. Рубль стал твердой конвертируемой валютой и стоил на мировом рынке около $6 США. К подобным результатам советская экономика смогла прийти благодаря новой экономической политике – НЭПу, внедрению которой Дзержинский посвятил немало сил. Вместе с тем, в металлопромышленности выплавка чугуна составляла 7%, а стали около 17% от дореволюционного уровня. В стране чувствовалась острая нехватка металлопродукции. И хотя за 24-25 годы выпуск всей промышленной продукции вырос по сравнению с предыдущим годом на 62%, деревенские жители оставались по-прежнему слишком бедны, чтобы покупать что-либо у города. Возник кризис сбыта промышленных товаров. У предприятий не было средств на развитие. Тем временем у Дзержинского все чаще стали возникать проблемы со здоровьем. Давали о себе знать и годы, проведенные в тюрьме, и на каторге. 5 марта 25 года Политбюро рассмотрело вопрос о состоянии здоровья Дзержинского. Постановило собрать врачебную комиссию. Согласно ее рекомендациям, работать свыше 6 часов Дзержинский мог только в случае появления неотложных государственных дел. Выступления на собраниях запрещались. Предписывался 2-дневный отдых, по возможности, вне Москвы. В конце 25 года у Дзержинского впервые случился сильнейший приступ стенокардии. Лечащий врач Иоанн Баумгольц рекомендовал ограничить трудовой день уже 4 часами. Дзержинский категорически отверг требования доктора, хотя его изматывали одышка и кашель. Перед выступлением на июльском пленуме ЦК в 26 году Дзержинский работал всю ночь, готовя речь об ужасающем состоянии экономики страны. Служащие отмечали его депрессию и болезненное состояние. Но после обеда он все-таки выехал на пленум. Из воспоминаний Богумира Шмираля, основателя Компартии Чехословакии. «Я сидел как раз против него, когда он говорил с трибуны. Он часто судорожно прижимал левую руку к сердцу. Позже он обе руки начал прижимать к груди, и это можно было принять за ораторский жест. Но теперь мы знаем, что свою последнюю большую речь он произнес, несмотря на тяжелые физические страдания». После выступления Дзержинскому стало плохо. Ему помогли выйти из зала, уложили на диван. Приехавший по срочному вызову доктор Вульман сделал укол камфоры и дал ландышевых капель. Больше ему помочь ничем не успели. Абрам Беленький, начальник спецотделения при коллегии ОГПУ, так описал последние минуты жизни Железного Феликса. Когда первый приступ слабости прошел, он встал и, пошатнувшись, прошел по коридору. На просьбу отдать свой портфель ответил: «Я сам могу». Придя на квартиру, он подошел к постели и, опять отклонив помощь, чуть слышно прошептал: «Я сам». И тут же упал замертво.
К моменту смерти Феликсу Дзержинскому не исполнилось и 50. Он скончался 20 июля 1926 года в возрасте 48 лет. Причиной смерти стал паралич сердца. Своим идеям, своим идеалам и своему делу он оставался фанатично предан до самого конца. Из писем Дзержинского. Человек, как и все живое, вечно в движении. Вечно в нем что-то умирает и нарождается. Каждый момент его – это новая жизнь, проявление скрытых сил, возможностей. Жизнь текуча, и в этом ее красота. В 1918 год. Разгар гражданской войны. В Советской России начали военную интервенцию иностранные государства. В ночь на 28 марта у разъезда Дубовязовка немецкие войска перешли в наступление. Красноармейцы с трудом сдерживали этот натиск. А когда вражеский снаряд попал в вагон с боеприпасами, солдаты стали покидать поле боя. Командир отряда пытался их остановить, но безуспешно. Внезапно навстречу дезертирам вышел комиссар с карабином в руках и закричал: «Назад! Кто побежит, застрелю!» Бойцы остановились, а затем стали возвращаться на позиции. Комиссара звали Климент Ворошилов. И это был его первый бой. Песни о первом красном офицере и первом маршале, как называли Ворошилова, распевала вся страна. Он не претендовал на серьезное политическое влияние, и это обеспечило ему чуть ли не самую долгую и успешную карьеру в истории СССР. При этом одни считали его послушным исполнителем воли Сталина, а другие восхищались его бесстрашием в боях и талантом военачальника. Он был знаковой фигурой советской эпохи. Его имя стало синонимом героизма, однако со временем о существовании Ворошилова, казалось, просто забыли. В советское время его имя было синонимом героизма. О первом красном офицере и первом маршале слагали песни и писали книги. Его именем называли города, колхозы и заводы. Он не претендовал на серьезное политическое влияние, и это обеспечило ему чуть ли не самую долгую и успешную карьеру в истории СССР. При этом одни считали его недоучкой и марионеткой Сталина, а другие восхищались его бесстрашием в боях и талантом военачальника. Каким же он был? Человек, ставший одним из символов советской эпохи. Клим Ворошилов родился в Екатеринославской губернии Российской империи. Ныне это Луганская область Украины. Его отец был простым железнодорожником. Мать нанималась на любую работу, не отказывалась и от тяжелого физического труда. У Ворошиловых было 5 детей. Однажды, играя с сестрами, Клим ударился лбом об угол плиты. На лице у него навсегда остался заметный шрам. Спустя годы, когда Ворошилов стал революционером-подпольщиком, этот шрам был отмечен в полицейских документах как особая примета. Маленькому Климу
пришлось рано повзрослеть. Отец большого семейства Ефрем Андреевич в силу неуживчивости характера ни на одной работе долго не задерживался. Когда его в очередной раз увольняли, заботы о содержании семьи ложились на плечи матери, Марии Александровны. Ворошиловы жили впроголодь, и Клима отправили работать, когда ему было всего 6 лет. Сначала он пас коров, а затем его устроили на шахту выбирать примеси из выданного на гора угля. В день за этот тяжелый труд платили от 8 до 10 копеек. Вскоре старательность мальчика заметил механик, и маленький Клим стал смазчиком угольных машин. Это решение начальника обернулось для Клима бедой. Несколько старших мальчишек, опасаясь конкуренции, зверски избили его. Очнулся Клим только через несколько дней в больнице с жуткими головными болями, которые потом мучили его всю жизнь. Спустя годы ближайшее окружение уже народного комиссара Ворошилова знало: если он растирает большими пальцами виски, скоро у него начнется приступ боли. Клим впервые переступил порог школы, когда ему было уже 12, и провел за партой 2 года. Сбылась мечта его матери. Он выучился грамоте. Другого образования Ворошилов так и не получил. Зато с подачи своего учителя Семена Рыжкова пристрастился к чтению. За жизнь Ворошилов собрал огромную библиотеку – 12 тысяч томов, в число которых попало множество редких изданий. Теперь эта библиотека хранится в Музее истории и культуры Луганска. Из воспоминаний начальника оперативного управления Генштаба генерал-полковника Штеменко. Уже при первом знакомстве с Ворошиловым по пути в Крым я имел возможность убедиться, что это очень начитанный человек, любящий и понимающий литературу и искусство. По вечерам Климент Ефремович просил обычно читать вслух что-нибудь из Чехова или Гоголя. Чтение продолжалось 1-1.5 часа, и на лице Ворошилова отражалось блаженство. Одной из книг, которая попала в руки 17-летнего Клима и полностью перевернула его сознание, был отпечатанный в подпольной типографии «Манифест коммунистической партии». Политические взгляды молодого рабочего сложились за несколько дней и больше уже не менялись. В начале 20 века Ворошилов вступил в социал-демократическую рабочую партию, примкнул к большевистской фракции и вскоре стал членом ее городского комитета. 17 февраля 1905 года. Луганск. Российская империя второй месяц охвачена революцией, бастуют и луганские рабочие. Четырехлетний Клим Ворошилов во главе переговорщиков появился в кабинете дирекции паровозостроительного завода Гартмана. В руках он держал список из 29 требований, которые только что были приняты на митинге. Главное из них – введение 8-часового рабочего дня. После долгого обсуждения директор завода Хржановский подвел итог. «Ваши условия чрезмерны, нам не о чем больше говорить. Предлагаю вернуться на рабочие места». Ворошилов ответил твердо: «Не вернемся до тех пор, пока не выполните все наши требования». Он был уверен, что забастовки вскоре охватят весь город, и прекрасно знал, в какую сумму дирекции завода обходится каждый день простоя. В конце концов, напуганное руководство завода пошло на уступки, и все требования бастующих были удовлетворены. Но за первой политической победой последовал и первый арест. Володя, так звучал партийный псевдоним Ворошилова,
Просидев несколько месяцев в тюрьме, не дождался суда. Рабочие потребовали его освобождения, и городское начальство, решив не усугублять ситуацию, выпустило арестанта на свободу. Популярность Ворошилова среди луганских рабочих была столь велика, что весной 1906 года именно он отправился делегатом на очередной съезд партии от местной социал-демократической организации. Съезд проводился в столице Швеции, Стокгольме. Ворошилов еще не был знатоком марксистской теории и не всегда мог понять сути партийных дискуссий. По вечерам он обсуждал услышанное со своим соседом по комнате, Иосифом Джугашвили. Из воспоминаний Ворошилова. «Это был коренастый, невысокого роста человек, примерно моих лет, со смуглым лицом, на котором едва заметно выступали рябинки. Следы должны быть перенесены в детстве оспы. У него были удивительно лучистые глаза, и весь он был сгустком энергии, веселым и жизнерадостным». Сталин и Ворошилов быстро сдружились и также быстро расстались, когда съезд закончился. Тогда еще никто не мог предположить, что в будущем их судьбы тесно сплетутся, а имена войдут в историю. Тем временем в России продолжалась первая русская революция, начавшаяся в 1905 году. В городах, втайне от властей, создавались боевые дружины из рабочих, студентов, а порой и просто из уголовников. Большевики готовились к новым военным выступлениям и активно ввозили в Россию нелегальное оружие. Появилась такая дружина и в Луганске. Чтобы обеспечить ее оружием, Климент Ворошилов вышел на столичных посредников, которые связали его с финскими поставщиками. О цене быстро договорились. Остался главный вопрос. Как перевезти 60 браунингов, 20 маузеров и огромный запас патронов из Финляндии в Петербург? Пользоваться чемоданами не рискнули. И тогда Ворошилов предложил за несколько раз перевезти оружие на себе. При помощи специально изготовленного пояса он закрепил под рубахой несколько пистолетов и небольшие мешочки с патронами. Поначалу казалось, что это очень удобно, но добравшись до столицы, Ворошилов еле мог двигаться от тяжести груза. У него ныла поясница, болела голова. Вдобавок оказалось, что явочная квартира, куда он должен доставить оружие, находится под надзором полиции. Об этом Ворошилову успел шепнуть знакомый подпольщик, который дежурил поблизости. Он же попросил Климента подождать до утра, когда будет готова новая явочная квартира. Ворошилов изнемогал от голода и усталости, но ему пришлось провести ночь на улице. Уже на следующий день он отправился в Финляндию за новой партией оружия. Вооруженное восстание тогда так и не состоялось. Однако именно в эти дни Климент Ворошилов окончательно выбрал судьбу профессионального революционера. Пути назад уже не было. Первая русская революция закончилась. Политическая активность рабочих пошла на убыль. Ворошилова снова арестовали, но на этот раз за него никто не вступился. Несколько месяцев Климент провел за решеткой, а затем из Петербурга поступило распоряжение выслать Ворошилова в Архангельскую губернию под гласный надзор полиции на 3 года. Эта ссылка неожиданно стала для него счастливой. Здесь Ворошилов встретил свою будущую жену. Голда Горбман тоже была ссыльной революционеркой. Молодые люди полюбили друг друга и собирались пожениться, однако со свадьбой возникли сложности. Иудейке Голде и православному Климу
Власти поставили условия – венчаться по традициям православия. Без смены вероисповедания это было невозможно. Так что в 1910 году Голда крестилась, взяв имя Екатерина. Поскольку после крещения семья отвернулась от девушки, единственной родной душой для Екатерины Ворошиловой стал ее муж. С этого момента она следовала за ним везде – в ссылки, на конспиративные квартиры, из одного города в другой. В любви и согласии они проживут не один десяток лет. Февральскую революцию 1917 года супруги встретили в Петрограде. Но Ворошилов оставался в столице недолго. По решению руководства партии он отправился в Луганск с заданием усилить влияние большевиков в местных выборных организациях. Работа по агитации и пропаганде всегда отлично ему удавалась. Из письма Ворошилова в ЦК партии октябрь 17 года. «Мы в Луганске взяли не только все заводские комитеты, профессиональные союзы, Совет рабочих и крестьянских депутатов, но и городскую думу. Настроение наших рабочих больше, чем прекрасное. Эсеры и меньшевики у нас вымирают, как осенью мухи». В октябре 17 года Ворошилов был избран членом учредительного собрания и вернулся в столицу. Приступить к заседаниям он так и не успел. Собрание было разогнано. Большевистская партия в одночасье стала правящей партией. На ключевые посты назначали людей, преданных новой власти. Так Ворошилов стал председателем комитета по охране Петрограда. Вчерашний рабочий оказался фактическим правителем столицы. В городе царил хаос. Горожане и возвращающиеся с фронта солдаты громили винные лавки. На улицах хозяйничали банды налетчиков. Грабители совершали нападения на квартиры и государственные учреждения. Несмотря на столь тяжелую ситуацию, Ворошилов предложил ликвидировать уголовный сыск. В эпоху предполагаемого торжества революционной законности полиция казалась ему структурой бесполезной. Как и многие в те дни, Ворошилов верил, что в новой России не будет преступников. Верил он и в то, что прекратятся войны, а на земле навсегда наступит мир. Реальность оказалась иной. В стране началась гражданская война. В этой войне Ворошилов заслужил славу бесстрашного полководца. К марту 1918 года Германия начала военную интервенцию против Советской России. На территорию Донецко-Криворожской Советской Республики вступили немецкие войска. Ворошилов, вернувшись из Петрограда на свою малую родину, сформировал из добровольцев первый луганский социалистический отряд. Донецко-Криворожская Советская Республика была провозглашена в январе 1918 года. Столицей стал Харьков. В феврале 1918 года германо-австрийские войска по приглашению правительства Украинской Народной Республики вступили на территорию Украины для ее защиты от Советской России и начали интенсивное продвижение на восток. К началу мая того же года территория Донецко-Криворожской республики была полностью оккупирована и таким образом фактически прекратила существование. В сражениях с немцами Ворошилов проявил себя как мужественный человек, который способен в критической ситуации организовать слаженные действия большого количества людей. Руководство большевистской республики назначило его командующим 5-й армией. Однако этой армии не хватало ни вооружения, ни опыта боевых действий, чтобы сдержать германское наступление. Двадцать седьмого апреля 1918 года
Ворошилов приказал своим отрядам оставить Луганск и двигаться на территорию РСФСР, куда по Брестскому договору немцы не имели права вторгаться. Огромный эшелон в несколько сот вагонов отправился к станции Миллерово, расположенной в 220 километрах к северо-востоку от Ростова. Смешавшись с воинскими частями, родные места покидали рабочие с семьями. С собой они везли все свое хозяйство – перины, подушки, самовары, домашнюю птицу, даже телят. Над эшелоном кружился немецкий аэроплан. Скоро к нему привыкли, и лишь иногда бойцы постреливали вверх из винтовок. Прибыв на станцию Миллерово, Ворошилов понял, что положение 5-й армии катастрофическое. Его эшелоны двигались по территории войска Донского. Всевеликое войско Донское – государственное образование, возникшее на Дону после казачьего антибольшевистского восстания в марте 1918 года. Казачьи отряды выступали против советской власти – и вели бои с ее подразделениями на Дону и Волге. Через эту, по сути, вражескую территорию Ворошилову и предстояло провести вагоны с десятками тысяч изнуренных и деморализованных людей. Расстояние всего в 400 километров между Миллерово и Царицыным армия Ворошилова преодолевала 3 месяца. Приходилось отбиваться от атак белогвардейских казачьих отрядов и восстанавливать десятки километров разрушенного железнодорожного полотна, строить заново мосты, возводить насыпи и плотины. Только благодаря энергии, решительности и силе убеждения Ворошилову удалось сохранить порядок и дисциплину в армии и добраться с ней до Царицына. Царицын. С 1925 года – Сталинград. С 1961 года – Волгоград. Во время Гражданской войны был крупным промышленным центром и важнейшим транспортным узлом. Летом и осенью 1918 года город атаковали войска атамана Краснова, и его обороне большевики придавали особое значение. Всю полноту власти в Царицыне взял на себя Сталин, который был ответственным за поставки продовольствия на юге России. Старые знакомые встретились, и Ворошилов согласился возглавить оборону города. Однако основной вклад в успех этих оборонительных боев внесли бывшие царские офицеры, профессиональные военные, с которыми и у Ворошилова, и у Сталина постоянно возникали конфликты. По этой причине у двух будущих вождей не сложились и отношения с председателем Реввоенсовета РСФСР Львом Троцким. Они отказывались выполнять его приказы, обвиняя Троцкого в бюрократизме и непонимании ситуации. Тот, в свою очередь, не без основания упрекал Сталина и Ворошилова в нарушении военной и партийной дисциплины. На 8-м съезде партии в 19-м году Ленин осуждал Ворошилова за партизанщину, непрофессионализм и неоправданно высокие потери. ЦК партии большевиков даже принял специальное постановление, в котором Ворошилову запрещалось занимать командные должности в армии. Тем не менее, в июле 19 года он стал командующим 14-й армией. Уже через месяц за сдачу Харькова войскам Белой армии Антона Деникина его предали суду революционного трибунала. Разбирая обстоятельства дела, члены трибунала пришли к выводу, что военные познания Ворошилова не позволяли доверить ему командование даже батальону. Невежество командарма было столь велико, что стало, как ни странно, смягчающим вину обстоятельством. Трибунал ограничился отстранением Ворошилова от должности. Ворошилов и сам знал, что человек он не военный. Ему попросту не хватало образования.
Но мужества, храбрости и умения вести за собой людей ему было не занимать. Возможно, благодаря этим качествам, уже в ноябре того же 19-го года он стал председателем Реввоенсовета знаменитой 1-й конной армии Семена Буденного. Революционный военный совет. С 1918 по 1934 годы высший коллегиальный орган управления и политического руководства Красной армии. Помимо общего управления боевыми действиями, Реввоенсовет руководил работой политотдела, трибунала и органов контрразведки. Любой приказ командующего должен был подписать член Реввоенсовета. Реввоенсовет мог отменить приказ и даже отстранить командующего от должности. На плечи Ворошилова легла вся организационная работа. Снабжение армии, пополнение частей, создание с нуля командного аппарата. Он же проводил воспитательную работу с кавалеристами и их командирами. В первой конной процветали партизанщина и мародерство, грабежи мирного населения и насилие. Политической грамотностью бойцы также не отличались. Многие были уверены, что сражаются за большевиков, но против коммунистов. Чтобы навести в войсках дисциплину, Ворошилову приходилось применять жесткие меры, порой прибегая к расстрелам. Конармейцы побаивались, но при этом и уважали его. Не только за крутой нрав, но и за храбрость. Он не отсиживался в штабах, а всегда лично выезжал на поля сражений на своем боевом коне по кличке Маузер. В одном из боев, когда первая конная освобождала Крым от белогвардейских войск Врангеля, Ворошилов находился впереди эскадрона. Навстречу ему мчался всадник. В руке он держал пику, которая была направлена прямо в грудь Ворошилову. Тот выстрелил в противника из револьвера. Мимо. И в следующее же мгновение почувствовал удар. Пика застряла в накинутой на плечи толстой бурке. Бросив пику, белогвардеец уже схватился за шашку. Лишь выстрел ординарца Ворошилова спас жизнь будущему маршалу. В июне 1920 года Ворошилова наградили орденом Красного Знамени, в декабре того же года – почетным революционным оружием. Весной 21-го он стал командующим Северо-Кавказским военным округом, однако на новой должности почувствовал себя неуютно и через несколько месяцев написал письмо Сталину. «Дорогой Иосиф Виссарионович, в Москве я тебе уже говорил о моем намерении переменить свое амплуа, а сейчас я это решил твердо. Работа в военведе мне уже опостылила, да и не в ней теперь центр тяжести. Полагаю, что буду полезней на гражданском поприще». Сталин ничем не помог, и уйти на гражданское поприще Ворошилов сможет лишь через четверть века. А пока его военная карьера набирала обороты. После смерти Ленина Сталину удалось отстранить своего давнего соперника Троцкого от руководства Красной армии. Военным наркомом стал Михаил Фрунзе, а Ворошилов – его заместителем. Михаил Фрунзе – один из руководящих работников Красной армии периода Гражданской войны и первой половины 20-х годов. Войска под командованием Фрунзе одержали победу над армиями Колчака, Врангеля, отрядами уральских казаков, петлюровцев и махновцев. Он не входил в окружение Сталина и, сменив Троцкого в военном руководстве, оставался в партийных верхах самостоятельной фигурой. Спустя несколько месяцев после назначения Фрунзе умер на операционном столе во время операции язвы желудка. Третьим в истории Советского Союза наркомом по военным и морским делам стал Ворошилов. Вдова Фрунзе, Софья Алексеевна, не перенесла утраты и через несколько месяцев покончила с собой. Детей Фрунзе, Таню и Тимура, воспитывала бабушка,
А в 1931 году, после ее смерти, Ворошилов обратился в Политбюро с просьбой позволить ему усыновить детей друга. Своих детей у Ворошиловых не было. Еще в 18 году они усыновили 4-летнего Петю и растили его как родного. Теперь приемных детей стало трое. Таня и Тимур Фрунзе быстро освоились в новой семье. Ворошиловы окружили своих воспитанников любовью и заботой, а приемный отец ласково называл их фрунзенятами. Тимур Фрунзе – герой Советского Союза, военный летчик. Героически погиб в 1942 году. Другой приемный сын Ворошилова, Петр, стал конструктором, генерал-лейтенантом. Добродушие и открытость Ворошилова очень импонировали Сталину. Он знал, что от этого преданного служаки не стоит ожидать подвоха. Вплоть до конца 30-х годов Сталин и Ворошилов оставались близкими друзьями. Вместе охотились, отдыхали на юге, проводили время на даче Сталина и в его квартире в Кремле. Ворошилов признавал интеллектуальное превосходство своего друга Иосифа и, сталкиваясь с проблемами, обращался к нему за поддержкой. А проблем хватало. В конце 20-х годов в стране была объявлена широкомасштабная военная реформа, и Ворошилов регулярно докладывал Сталину о задержках и провалах в ее осуществлении. Самолеты выпускались с множеством дефектов, танковая программа выполнялась со сбоями, срывались планы военного строительства. Жаловался Ворошилов на отсутствие дисциплины у красноармейцев, на потери техники и высокую смертность личного состава. В отчаянии он признавался, что не способен повлиять на ситуацию. Однако справиться с подобным положением было бы трудно и любому другому человеку. Страна все еще не могла оправиться от последствий революции и гражданской войны. В промышленной сфере чувствовался недостаток оборудования, отсутствие инженеров и высококвалифицированных кадров. Перевооружение армии шло медленно. Не хватало грамотных командиров. 30-е годы во всем мире стали эпохой испытаний нового вооружения. Конструкторы разных стран предлагали все новые и новые виды танков и самолетов. Но какими должны быть эти танки и самолеты? В те годы этого еще не знал никто. Советские и зарубежные инженеры создали сотни видов боевых машин. Многобашенные танки, танки на колесном ходу, танки, которые крепились крыльям самолетов для десантирования. Переживала подъем и авиация. Появились новые материалы и двигатели. Самолеты стали летать выше, дальше, быстрее. Чтобы испытать надежность и эффективность последних изобретений, требовалось время. Из огромного числа военных разработок командованию Красной Армии предстояло выбрать наиболее перспективные, устранять недостатки и внедрять в производство. Нужно было обеспечивать ремонт машин, осваивать новую технику в войсках, а также разрабатывать тактику и стратегию для ее использования. Но чем дальше развивалось военное дело, отходя от канонов Первой мировой и гражданской войн, тем более очевидным становился недостаток военного образования у Ворошилова. Его выручало то, что в руководстве армии было немало знающих толк в военном деле специалистов. Егоров, Свечин, Тухачевский, Кубаревич, Шапошников, Кузнецов. Из воспоминаний маршала Жукова. Нужно сказать, что Ворошилов, тогдашний нарком, в этой роли был человеком малокомпетентным. Он так до конца и остался дилетантом в военных вопросах и никогда не знал их глубоко и серьезно. А практически значительная часть работы в наркомате лежала в то время на Тухачевском, действительно являвшимся военным специалистом. У них бывали стычки с Ворошиловым и вообще существовали неприязненные отношения.
Недостаточная компетентность Ворошилова в военных вопросах восполнялась трудоспособностью, неравнодушием к поставленной задаче и, как тогда говорили, умением организовывать массы. Он заседал в президиумах, участвовал в съездах и пленумах партии. В его честь были переименованы сразу несколько городов. Луганск стал Ворошиловградом, Ставрополь – Ворошиловском, а Уссурийск – Ворошиловым. Тяжелый танк получил имя наркома – КВ – Клим Ворошилов. А из репродукторов звучала песня советских танкистов «Когда нас в бой пошлет товарищ Сталин, и первый маршал в бой нас поведет». Ворошилов демонстрировал бойцам свою меткость в пулевой стрельбе. А его фраза «нет плохого оружия, есть плохие стрелки» стала крылатой. Тысячи советских граждан с гордостью носили звание «Ворошиловский стрелок», который присваивался за успехи в стрелковой подготовке. Но меткость стрельбы не могла заменить военного образования. Вокруг другого маршала, Михаила Тухачевского, сплотилась группа военачальников, которая пыталась убедить Сталина в том, что Ворошилов занимаемой должности не соответствует. Были свои сторонники и у Ворошилова. А точку в этом противостоянии поставили события 1937 года. 27 мая 1937 года в Куйбышеве Тухачевский был арестован по обвинению в шпионаже, подготовке переворота и попытке установить в СССР военную диктатуру. По приговору суда Тухачевский был объявлен виновным и расстрелян в июне 1937 года. Но споры о его виновности продолжаются до сих пор. В 1957 году коллегия Верховного суда СССР отменила этот приговор как сфабрикованный, а Комитет партийного контроля Коммунистической партии посмертно реабилитировал Тухачевского. Однако многие историки и сегодня приводят доказательства того, что Михаил Тухачевский действительно готовил заговор с целью государственного военного переворота. Вместе с Тухачевским по тому же обвинению была арестована группа крупных советских военачальников. Все аресты производились с ведома Ворошилова. На многих списках подозреваемых, которые НКВД передавал в наркомат, стояли пометки маршала: «Товарищу Ежову, берите всех подлецов» или «Арестовать». Часто Ворошилов писал «пока оставить в покое» или «вызвать для разговора». Именно эти резолюции спасли жизнь будущим героям Великой Отечественной войны. Маршалу Малиновскому, генералу Петрову, генералу Лукину. Численность офицерского состава, арестованного в 1937-1938 годах, не поддается точному подсчету и, по разным оценкам, составляет от 7 до 11 тысяч. Еще большее число было уволено из армии. Расстреляно более 400 высокопоставленных командиров. Многие были приговорены к исправительно-трудовым лагерям. К лету 1941 года около трети уволенных командиров вернулись в войска. Первым серьезным экзаменом для наркома Ворошилова стала советско-финская война, начавшаяся в ноябре 1939 года. Красная армия превосходила финскую по численности войск и техники, но, несмотря на это, потерпела ряд поражений. Многие части оказались в окружении и понесли значительные потери. Часто эти неудачи связывают с репрессиями 1937 года и арестом высшего командного состава.
Кроме того, были и иные причины. Слабая подготовка и дисциплина в войсках и нехватка образования и опыта у командиров. Армия только начинала учиться использовать новую технику в условиях современной войны, а уровень выучки и подготовки солдат оставался низким. Лишь в феврале, после перегруппировки сил и подвода подкреплений, началось успешное советское наступление. В марте 40-го года Финляндия была вынуждена подписать мирный договор. Несмотря на победу в этой войне, Ворошилов был снят с должности наркома обороны. 28 марта 40-го года состоялось заседание Главного военного совета и пленум ЦК ВКПБ, где был заслушан доклад наркома обороны и где Ворошилова подвергли разгромной критике. Но его карьера практически не пострадала. Ворошилов стал заместителем председателя Совнаркома и возглавил Комитет обороны, а до начала Великой Отечественной оставался всего год. Неготовность Красной Армии к войне с Третьим Рейхом обнаружилась в первые же часы после того, как немецкие войска перешли границу Советского Союза. В июле 41 года Ворошилов был назначен главнокомандующим войсками всего северо-западного стратегического направления. Затем возглавил войска Ленинградского фронта. Попытка остановить немецкое наступление на Ленинград привела к тому, что в сентябре началась блокада города. Одиннадцатое сентября 41 года. Немцы уже третий день штурмовали Красное Село, чтобы выйти к Ленинграду. 60-летний Климент Ворошилов сам выехал на передовую, где бригада морских пехотинцев атаковала немецкие позиции. Фашисты контратаковали. Ворошилов наблюдал за боем, а рядом рвались снаряды и мины. На предложение начальника охраны уйти в укрытие маршал только отмахнулся. Мужество ему по-прежнему было не занимать. Но одного мужества для обороны Ленинграда было мало. 13 сентября 41 года Ставка, недовольная действиями Ворошилова на Ленинградском фронте, отозвала его. Прощаясь с работниками штаба, он сказал: «Отзывает меня Верховный. Так мне старому и надо». С тех пор Ворошилов войсками не командовал. С октября 41 года ему было доверено формирование резервных армий в тылу. 6 сентября 42 года был учрежден пост главнокомандующего партизанским движением. Эту должность получил маршал Советского Союза Климент Ворошилов. С мая 43 года он же возглавил трофейный комитет. Гитлеровские войска, отступая, оставляли десятки тысяч автомашин, тракторов, орудий, танков, автоматов и пулеметов. В задачи трофейного комитета входили сбор и учет брошенной вражеской техники и фуража. В военные годы именно Ворошилов стал председателем комиссии по созданию нового гимна СССР. 1 января 1944 года жители советской страны впервые услышали знаменитые теперь строки: «Союз нерушимый республик свободных сплотила навеки Великая Русь». Победу маршал встретил на посту председателя союзной контрольной комиссии, ведавшей делами освобожденной Венгрии. Война закончилась. Началась мирная жизнь. Оставаясь заместителем председателя правительства, Ворошилов стал председателем Бюро культуры при Совете министров. Теперь в служебном кабинете Ворошилова в Кремле можно было встретить не генералов, а режиссеров, артистов, музыкантов и художников. Еще с 30-х годов маршал считался неофициальным покровителем советских живописцев, помогал им получать мастерские, обеспечивал заказами. Среди них Митрофан Греков, Александр Герасимов, Исаак Бродский.
Ворошилов собрал и собственную коллекцию произведений искусства. Большая ее часть сгорела на даче при пожаре, который по неосторожности устроил десятилетний внук маршала. Кроме живописи, Ворошилов увлекался спортом. Кто не занимается регулярно физической тренировкой, тот уподобляется человеку, сознательно решившему состариться к 45 годам, заявлял Ворошилов. Сам он, даже когда ему перевалило за 50, продолжал бегать на коньках и лыжах, плавать, играть в городки. Зная об увлечении Ворошилова спортом, после войны Сталин доверил ему курировать и эту область. 17 февраля 1946 года Климент Ворошилов по приглашению руководителя спорткомитета Николая Романова пришел на стадион «Динамо». Впервые в жизни маршал смотрел малоизвестную в Союзе спортивную игру «Канадский хоккей». Ворошилов с азартом следил за матчем, смеялся, качал головой. Особенно ему понравилось то, что на поле можно подраться, а потом получить только 2 минуты штрафа. По окончании матча Ворошилов заявил: «Канадский хоккей – игра русская. Потренируемся и канадцев обыгрывать будем». Через 10 месяцев были сыграны матчи первого чемпионата СССР по хоккею с шайбой. В послевоенные годы Ворошилов часто появлялся рядом со Сталиным. Они стояли рядом на торжественных парадах и официальных приемах, шли рука об руку на киноэкране, вместе изображались на живописных полотнах. Картина Александра Герасимова «Сталин и Ворошилов в Кремле», оригинал которой хранится в Третьяковской галерее, один из символов сталинской эпохи. Из записей Герасимова. «Я стал думать о Сталине и Ворошилове, и пришла в голову мысль, что нужно написать их как олицетворение. Один Красной Армии, другой всех народов». Но отношение вождя к Ворошилову переменилось, и в государственных делах Сталин доверял ему все меньше и меньше. А маршал звонил секретарю главного человека в стране и униженно просил: «Узнайте, пожалуйста, можно ли мне приехать на заседание Политбюро?» Со временем он стал вовсе декоративной фигурой. Через неделю после смерти Сталина Ворошилов занял место председателя Президиума Верховного Совета СССР. Формально он стал руководителем советского государства. Фактически же лидером страны был первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев. А Ворошилову остались представительские функции и зарубежные визиты. В руководстве СССР тем временем назревал конфликт. В июне 1957 года так называемая антипартийная группа Молотова-Маленкова-Кагановича попыталась сместить Хрущева. Но Хрущев оказался сильнее. Заговорщиков вывели из состава ЦК, а затем и вовсе исключили из партии. Ворошилов тоже входил в антипартийную группу, но наказание для него было более мягким. Хрущев лишь строго отчитал маршала, а Ворошиловграду возвратили прежнее имя – Луганск. Удивительна судьба этого города. В 70-м году, уже после смерти Ворошилова, его опять переименуют в Ворошиловград, а еще через 20 лет он вновь станет Луганском. Не менее удивительна и судьба Ворошилова. Он едва ли не единственный из лидеров СССР сумел избежать наказаний, заслуженных и нет, за совершенные и несовершенные преступления. У Ворошилова никогда не было далеко идущих амбиций. Он не интересовался аппаратными интригами и из всех передряг выходил сухим из воды. Возможно, его выручали преданность и трудолюбие, с которыми он брался за порученное дело, даже если оно было ему не по плечу. А возможно, спасала смелость, и он просто не боялся ни расстрела в 37-м, ни партийных взысканий в хрущевские годы. По-настоящему страшным ударом для Климента Ворошилова стала лишь смерть жены в 59-м году. Супругам так и не удалось отметить золотую свадьбу, до которой оставалось всего несколько месяцев. Он не знал, что уже несколько лет жена болеет раком.
Когда Екатерина Давыдовна заболела, Ворошилов все дни проводил у ее постели и пел песни их молодости. Потом ее не стало. Спустя год после смерти жены Ворошилов ушел с поста председателя Президиума Верховного Совета, затем покинул Политбюро. Приближалась зима 69-го года. Маршалу было 88. Однажды вечером он почувствовал себя плохо. Домашние предложили немедленно вызвать скорую помощь. Но Ворошилов категорически отказался. Утром он сам надел парадный мундир и, вызвав машину, при всех орденах отправился в больницу. Через несколько дней, 2 декабря 1969 года, Климент Ворошилов ушел из жизни. Его похоронили у Кремлевской стены, а первым венок на его могилу положил новый руководитель страны, генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев. За 8 лет до смерти Климента Ворошилова на 22-м съезде КПСС был поднят вопрос об ответственности Ворошилова за репрессии сталинских времен. Бывший нарком не хотел ворошить прошлое, но вину свою признал. В своих воспоминаниях, написанных уже на склоне дней, Ворошилов с теплотой и уважением вспоминал о своем друге и покровителе Иосифе Сталине. Он продолжал считать Сталина великим историческим деятелем. А у великих людей, полагал Ворошилов, и ошибки крупные. Сам Климент Ворошилов видным политиком не стал. Свою природную смелость он смог проявить на поле боя, а не в коридорах власти. Так же, как и его друг и соратник по первой конной, Семен Буденный, который пережил Ворошилова всего на 4 года. Долгие годы в Советском Союзе по радио и телевидению звучал марш Буденного. Их общий с Ворошиловым марш. «Буденный наш братишка, с нами весь народ. Приказ голов не вешать и глядеть вперед. Ведь с нами Ворошилов, первый красный офицер. Сумеем кровь пролить за СССР». Вечером 19 мая 1942-го с подмосковного аэродрома Быково стартовал бомбардировщик Пе-8. В центральном отсеке боевого самолета временно установили пассажирские сиденья, а бомбы заменили дополнительными баками с горючим. Экипажу и пассажирам предстояло совершить опаснейший перелет над оккупированной немцами Европой под огнем зенитных батарей. Это был один из самых засекреченных полетов Второй мировой войны. Даже командир корабля не подозревал, что на борту окажется советская делегация во главе с наркомом иностранных дел СССР Вячеславом Молотовым. Маршрут был крайне рискованным, а шансы благополучно добраться до места назначения очень малы. Через 10 часов самолет приземлился в Северной Шотландии,
А уже на следующий день Молотов прибыл в Лондон на переговоры с британским премьер-министром. Вячеслав Молотов прожил 96 лет. Дольше, чем кто бы то ни было из членов советского правительства. Он вступил в партию мальчишкой и до последних дней оставался преданным сторонником идеалов коммунизма. Был отстранен от работы и долгое время добивался восстановления в партии. Возглавлял советское правительство, стоял у руля внешней политики, но называл себя не настоящим дипломатом. Когда после смерти вскрыли его завещание, в конверте обнаружили сберегательную книжку. 500 рублей на похороны. Все накопления. Настоящая фамилия Вячеслава Молотова – Скрябин. Про себя он говорил: «Мы вятские, ребята хвацкие». Вячеслав родился в 1890 году в слободе Кукарка Вятской губернии. Его мать, Анна Небогатикова, происходила из состоятельной купеческой семьи, а отец, Михаил Скрябин, служил у них приказчиком. Вячеслав был шестым из семерых детей. Он рос задиристым и озорным. Из школы семилетнего Вячеслава выгнали за хулиганство. После переезда семьи в Нолинск, который позднее переименуют в Молотовск, окончил 4 класса городского училища. Затем поступил в реальное училище в Казани. Родители радовались успехам Славы в математике и естественных науках. И даже не подозревали, что их сын уже тогда начал заниматься революционной деятельностью. Провинциальный Нолинск был заполонен политическими ссыльными. Слава приезжал сюда на каникулы, чтобы навестить семью. Здесь-то он и познакомился с мужем двоюродной сестры, видным казанским большевиком Андреем Степановичем Кулешом. Юноша вступил в ряды социал-демократов, и с этого дня вся его жизнь была посвящена одному – служению партии. Возвратившись на учебу в Казань, Вячеслав создал революционную организацию учащихся средних школ. Выбрали комитет, и Веча, как его называли друзья, стал его председателем. В организацию принимали и социал-демократов, и эсеров, и анархистов. Всех, кто разделял идею свержения монархии. В Казани Скрябин жил с 4 братьями в комнате. К быту был неприхотлив, но неизменно деятелен. Он совмещал учебу и руководство подпольным кружком, играл на скрипке и занимался в бесплатной музыкальной школе местного купца-мецената. Он должен был получить золотую медаль. Но накануне выпускных экзаменов родители Вячеслава известили о том, что их сын был исключен из училища за революционную деятельность и арестован. Из воспоминаний Молотова. В детстве отец меня лупил, как сивого мирина. И в чулан сажал, и плеткой. Все как полагается. Когда первый раз меня арестовали, пришел на свидание. Вячеслава и его соратников приговорили к ссылке в Вологодскую губернию. Вместе со Скрябиным туда отправился и его ближайший друг Александр Аросев. В царской России жизнь на поселении мало чем отличалась от обыкновенной. Ссыльным даже полагалось жалование 8 рублей, а для имеющих среднее образование, как Вячеслав, 11 рублей. Что в пересчете на современные деньги составило бы примерно 11 тысяч рублей. Ссыльным разрешали сдавать экзамены. Считалось, что если человек хочет учиться, значит, он мечтает о карьере, а не о революции. Из воспоминаний Молотова.
Из ссылки было легко бежать. Иногда урядник требует показываться, иногда ему лень этим заниматься. Первую ссылку я решил отбыть, потому что хотел окончить среднюю школу. Ссыльное прошлое не помешало Вячеславу поступить в Петербургский политехнический институт на кораблестроительный факультет, один из самых престижных. Впрочем, вскоре он перевелся на экономический. Статистика и экономическая география – вот предметы, которые интересовали молодого марксиста. Он сдавал лишь те экзамены, которые позволяли ему перейти с курса на курс, и куда большее внимание уделял самообразованию. Колоссальная усидчивость, терпение и внутренняя дисциплина были присущи ему всю жизнь. Эти черты Молотова отмечали друзья и недруги, современники и историки. В 1912 году большевики начали издавать свою первую легальную газету «Правда». Молотов занял должность секретаря редакции. Тогда же он впервые встретился с Иосифом Джугашвили. Эта встреча была мимолетной. Только позже они превратятся в друзей и соратников. Из воспоминаний Молотова. «Я уехал, а Сталин прибыл на мое место в ссылку, и мы разминулись. Но начали переписываться. А когда познакомились, жили в одной квартире. Потом он у меня отбил девушку. Вот Маруся к нему и убежала». В течение следующих нескольких лет Вячеслав работал журналистом и агитатором. У «Правды» в те годы всегда был так называемый «редактор для ареста». Дело в том, что за очередной революционный призыв газету ждал либо штраф 500 рублей, либо 3 месяца ареста редактора. Денег на выплату штрафов не было, а потому под арест отправлялись простые рабочие, которые заранее соглашались играть роль редактора. «Правда» меняла редакторов одного за другим, а штат набирал Вячеслав Скрябин. Его агитационные статьи выходили под псевдонимами Рябин, Михайлов, Званов. В разгар Первой мировой войны он переехал в Москву, где за ним и закрепилась новая фамилия. Молотов звучало по-пролетарски, индустриально. Была у смены фамилии и иная причина. Из воспоминаний Молотова. «Моя фамилия Скрябин для меня очень трудно выговаривается, когда волнуюсь. Поэтому я искал наиболее простую фамилию, легко выговариваемую. И колебался. Либо Махов назвать себя, либо Молотов». В 1915-м, за 1,5 года до выпускных экзаменов в Политехническом институте, Вячеслава Молотова снова арестовали. Год спустя он бежал и вернулся в Петроград. Чтобы спастись от очередного ареста, Молотов использовал чужие паспорта. Фотографий в документах тогда не было, а потому за 5 месяцев он сменил 6 фамилий. На выручку пришел и Александр Аросев, которого призвали в армию. Именно он дал товарищу свой паспорт и помог устроиться на работу в журнал «Современный мир». Между тем приближался февраль 17 года. Февральскую революцию Молотов встретил одним из лидеров большевистской партии. Вместе со Сталиным он стал одним из самых преданных союзников Ленина в подготовке большевистского переворота. А после Октябрьского восстания был избран членом Петроградского военно-революционного комитета. Взгляды, образ мышления и саму судьбу Молотова, равно как и всех большевиков его поколения, окончательно определила гражданская война. Невиданный ужас, обрушившийся на бывшую империю, не давал возможности для компромиссов. Те, кто не бежал из страны, должны были сделать свой выбор.
Война не щадила никого. Не щадили никого и большевики. Молотов побывал на руководящих постах в Нижегородской губернии и Поволжье, занимался вопросами народного хозяйства, агитацией и даже служил в частях особого назначения, войдя в состав военного отряда партии. В марте 21 года 10-й съезд партии большевиков объявил об окончании гражданской войны. Молотов стал ответственным секретарем Центрального комитета партии. Спустя год на пленуме ЦК РКПБ на эту должность, которая стала называться «генеральный секретарь», изберут Иосифа Сталина. 21-й год стал поворотным в судьбе Молотова. На второй коммунистической женской конференции в Москве он познакомился с Полиной Жемчужиной. Из воспоминаний Молотова. Полина Семеновна работала в подполье на Украине. Она из Запорожья. В 21-м летом женился. А до этого некогда было этим делом заняться. Был холостой. Мой чемоданчик так со мной и ездил. Полина была дочерью еврейского портного. Ее настоящее имя – Перл Карповская. Ее брат, Сэм Карп, накануне Первой мировой войны эмигрировал в США, где стал успешным предпринимателем. В 30-е годы он часто выступал посредником в советско-американских торговых переговорах и останавливался в квартире сестры и зятя. Первое время Молотовы жили в одной коммунальной квартире вместе со Сталиным и его женой Надеждой Аллилуевой. В 26-м году, когда у Молотова родилась дочь, он назвал ее тем же именем, которое Сталин в феврале того же года дал своей дочери – Светлана. Жены лидеров советского государства стали подругами. Именно Полина была последней, с кем Аллилуева общалась перед самоубийством. Надежда Сергеевна Аллилуева застрелилась в ноябре 1932 года. Это самоубийство породило немало сплетен. По одной из версий, причиной стала тяжелая болезнь, которая сопровождалась сильными головными болями. После смерти Ленина Молотов поддержал Сталина в общепартийной борьбе. Уже тогда своей безграничной выдержкой в политических переговорах и въедливостью в бюрократических делах он заработал грубоватую кличку «каменный зад». Позже эти же качества принесли ему и славу, и немало врагов в международных дипломатических кругах. Став министром иностранных дел, он будет доводить своих помощников до отчаяния, требуя снова и снова переделывать тексты дипломатических документов. Эта привычка не поступаться принципами и отстаивать свою позицию всегда оставалась главной в жизни Молотова. В правильности своих действий в 30-е годы он был уверен и много лет спустя. Вячеслав Молотов оказался в эпицентре жесткой программы модернизации государства и коллективизации сельского хозяйства. Курс на индустриализацию превращал Советский Союз в крупнейшую промышленную державу мира, но вызывал снижение уровня жизни, недовольство и сопротивление населения. Ситуацию в стране усугубил и начавшийся период большого террора. Александр Аросев, революционер, чекист, дипломат, оставался самым близким другом Вячеслава Молотова. Вместе они прошли аресты и ссылки. Из воспоминаний дочери Александра, актрисы Ольги Аросевой. По воскресеньям звонил Вячеслав Михайлович Молотов. Иногда присылал свою большую правительственную машину, и мы отправлялись на его госдачу. Но решения партии оставались для Молотова выше дружбы и личной привязанности. Когда Аросев понял, что его могут арестовать, он несколько раз звонил своему высокопоставленному другу, чтобы попросить о помощи и защите. Из воспоминаний Ольги Аросевой. Отец позвонил Молотову. Веча,
и прошу тебя сказать, что мне делать». Молотов повесил трубку. На какой-то звонок Молотов наконец отозвался. Произнес только два слова: «Устраивай детей». Отец отошел от телефона и сказал: «Это все». Он не стал дожидаться собственного ареста. Посадил в машину свою секретаршу и велел шоферу ехать на Лубянку. От Ежова, которого знал еще с гражданской войны, папа уже не вернулся. 10 февраля 1938 года Александр Аросев был расстрелян. Как и другие члены Политбюро, Молотов подписывал так называемые расстрельные списки и постановления на аресты. Уже в конце жизни Молотова прохожие, которые нередко узнавали его на улице, бросали вслед реплики про палача и душегуба. Молотов относился к этому сдержанно. В своих интервью он признавал, что перегибы были, но затем добавлял: «Или они нас, или мы их». Из воспоминаний Молотова. «Конечно, мы наломали дров. Сказать, что Сталин об этом ничего не знал – абсурд. Сказать, что он один за это отвечает – неверно. Сыграл свою роль наш партийный карьеризм. Каждый держался за свое место. Я считал всегда главным ответственным Сталина и нас, которые одобряли, которые были активными. А я все время был активным. Стоял за принятие мер. Никогда не жалел и никогда не пожалею, что действовал очень круто». Молотов возглавил правительство в годы, когда страна начинала активный экономический рывок. В ходе индустриализации в 30-е годы промышленное производство выросло на 850%. И хотя цифры официальной статистики были несколько завышены, факты говорят сами за себя. Были построены тысячи новых заводов, множество плотин, каналов, автомобильных и железных дорог. Городское население выросло на 30 миллионов человек. В сельском хозяйстве набрала обороты коллективизация. Однако принудительное создание колхозов и изъятие продуктов у крестьянства привели к тому, что в ряде областей Советского Союза наступил голод. Советское руководство в эти годы пыталось найти эффективные инструменты управления страной в условиях строящегося социализма. При этом в партии и правительстве шла жестокая борьба за посты. Соседние государства относились к СССР явно враждебно и настороженно. Именно поэтому на всей территории Советского Союза активно работала агентурная сеть иностранных разведок. Приближение новой войны было очевидным, но ни экономика, ни армия страны к ней готовы не были. Молотов, как и другие лидеры государства, понимал, что развивать промышленность и укреплять оборону необходимо любой ценой. К 1938 году производство военного снаряжения в СССР выросло в 70 раз. Однако даже этого было катастрофически мало. Документы свидетельствуют, что накануне Второй мировой войны советские полководцы, оценивая силы Красной армии, пытались понять, сможет ли она отбиться от Румынии и Польши. СССР все еще не был готов отразить нападение сильного противника. Чтобы предотвратить войну или хотя бы отсрочить ее начало, оставался один путь – дипломатия. Комиссариат иностранных дел должен был возглавить человек, способный решить эту задачу. К этому времени ситуация в Европе стала угрожающей. После прихода к власти Гитлера Германия непрерывно наращивала военную мощь. В марте 1938 года в ее состав вошла Австрия при молчаливом согласии Франции и Великобритании. Гитлер тут же предъявил территориальные претензии к Чехословакии, требуя присоединить Германии Судетскую область. Советский Союз выступил с предложением предоставить Чехословакии войска для ее защиты. Но эти войска должны были пройти через территорию Польши, на что последняя ответила категорическим отказом.
Польский посол в Париже Юзеф Лукасевич заявил, что Польша объявит войну СССР, если Красная Армия двинется через польскую территорию для помощи чехам. 27 сентября 1938 года Гитлер сообщил послам Англии и Франции, что германская акция против Чехословакии начнется завтра. Британский премьер-министр Чемберлен заверил Гитлера, что тот может получить все без войны и без промедления. Молотов и Сталин получили вести из Мюнхена. 30 сентября Чемберлен и премьер-министр Франции Даладье подписали с Гитлером и Муссолини соглашение, по которому Судетская область Чехословакии отходила Германии. Лишь после этого в зал, где подписывалось соглашение, впустили представителей самой Чехословакии. Подпись от делегатов Чехословакии даже не потребовалась. Им просто вручили документ, не пожелав выслушать протест. Советские представители в Мюнхен приглашены не были. Чемберлен заявил, что он скорее подаст в отставку, чем подпишет союз с Советами. Он предпочел союз с Гитлером. Будущий премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, узнав о подписании Мюнхенского договора, сказал: «Англии был предложен выбор между войной и бесчестием. Она выбрала бесчестие и получит войну». Франция и Англия вручили Гитлеру то оружие, которое он должен был направить против Советского Союза. В 1938 году промышленность Чехословакии была одной из самых развитых в Европе. С момента оккупации Германии и до начала войны с Польшей ее заводы произвели почти столько же военной продукции, сколько вся промышленность Великобритании. К началу войны у немецкой армии находилось в распоряжении значительное количество чешских танков. Советскому руководству не оставалось ничего другого, кроме как позаботиться о своей безопасности. До начала Второй мировой войны оставалось 11 месяцев. 3 мая 1939 года на пост Народного комиссара иностранных дел был назначен Вячеслав Молотов. Его предшественника, Максима Литвинова, хорошо знали во всем мире. Он был известен как борец за согласие, коллективную безопасность и сдерживание нацистской агрессии. Но ситуация требовала других решений. Молотов не только не прекратил переговоры с Британией и Францией, но и продолжил их еще активнее. Эти переговоры и стали для него школой дипломатии. На них он проявил те качества, которые впоследствии прославят его в дипломатических кругах. Повышенное внимание к мелочам, умение доказать свою позицию и упорство в достижении цели. Молотов называл себя ненастоящим дипломатом. Но именно этот ненастоящий дипломат создал одну из самых совершенных дипломатических структур в мире. Он провел в комиссариате иностранных дел серьезные кадровые перестановки. Требовательный до крайности к самому себе, он был также требователен и к подчиненным. В наркомат иностранных дел приходили работать люди, преданные своему делу. Сотрудники не знали ни регламентированного рабочего дня, ни выходных в привычном понимании этого слова. Они, что называется, всегда должны были быть на своем месте. Днем и ночью. Их заработная плата не превышала средних норм по стране. Однако от них требовалась полная самоотдача, компетентность, ответственность в решении порученных дел. Многие не выдерживали такой нагрузки и уходили. Оставались лучшие и самые стойкие. По словам самих сотрудников ведомства, Молотову удалось создать своего рода рыцарский орден советской дипломатии. Осознание причастности к этому ордену останется в российской дипломатии надолго. А из тех, кто начинал работу с Молотовым, вырастут известные государственные деятели. Такие как будущий министр иностранных дел СССР Андрей Громыко и многие другие. В
1938 году у советского правительства было два пути обеспечения безопасности страны. Либо объединить силы с европейскими странами, либо подписать договор с Германией, как это уже сделали Франция и Британия. В искренность немецких гарантий мира никто не верил. Но договор мог отсрочить начало войны, что для СССР было чрезвычайно важно. Молотов понимал, какие в сложившейся ситуации существуют риски для Советского Союза. Германия наверняка напала бы на Польшу. В 1939 году Польше принадлежали значительные территории Белоруссии и Украины, где проживали 6 миллионов этнических белорусов и украинцев. Если бы немецким войскам удалось оккупировать Польшу, то от столицы Советской Украины Киева их отделяло бы всего 250 километров, а от столицы Советской Белоруссии Минска – не более 50. Другая опасность исходила с севера. От Ленинграда до границы союзника немцев в Финляндии были считанные километры. Крупнейший промышленный и стратегический центр СССР был под угрозой падения в самом начале войны. Первая встреча Молотова с британским послом прошла 8 мая 1939 года. До начала Второй мировой войны оставалось меньше 4 месяцев. Англичане требовали заявления о том, что СССР поддержит Британию и Францию в случае нападения Германии на Румынию и Польшу. Молотов соглашался, но хотел услышать подобные гарантии от Англии в случае угрозы странам Балтики. Ни англичане, ни французы таких гарантий давать не желали. Из телеграммы Молотова советским послам в Лондон и Париж. Как видите, англичане и французы требуют от нас односторонней и даровой помощи, не берясь оказывать нам эквивалентную помощь. Ни к чему не привели и трехсторонние советско-франко-британские переговоры в Москве. До начала Второй мировой войны оставалось 2 месяца. Наступал июль 1939 года. Молотов предложил французам и англичанам начать переговоры военных миссий. Те согласились, но их миссии отправились в Москву лишь 5 августа. Невероятно, но способ передвижения они выбрали самый долгий – морем до Ленинграда и далее поездом. В Москву они прибыли только 11 августа. До начала войны оставалось 20 дней. Советскую сторону на переговорах представлял глава военного ведомства Климент Ворошилов. Выяснилось, что прибывший во главе английской делегации адмирал Дракс вообще не имеет полномочий на подписание документов. Английский премьер-министр Невилл Чемберлен надеялся использовать переговоры лишь как средство давления на Гитлера и потому затягивал их как мог. Стало ясно, что говорить с англичанами не о чем. Прямо во время переговоров Ворошилов получил записку от секретаря Сталина. «Клим, Коба сказал, чтобы ты сворачивал шарманку». Волей-неволей Советскому Союзу нужно было договариваться с Германией. 23 августа 1939 года в Москву прибыл министр иностранных дел Германии Иоахим фон Риббентроп. До начала войны оставалось 7 дней. Встреча Риббентропа со Сталиным и Молотовым продолжалась 3 часа. Около 2 часов ночи оба министра иностранных дел в кабинете Молотова подписали документы, датированные предыдущим днем. Стороны обязались воздерживаться от нападения, соблюдать нейтралитет в случае, если одна из них станет объектом военных действий третьей стороны, и отказывались от участия в союзах, направленных друг против друга. К договору прилагался и секретный протокол о разграничении сфер интересов в Восточной Европе на случай территориально-политического переустройства. Протокол предусматривал включение Латвии, Эстонии, Финляндии, Бессарабии и восточных польских земель в сферу интересов СССР. Литва и Запад Польши входили в сферу интересов Германии. Документ, названный позже пактом Молотова-Риббентропа, и много десятилетий спустя будет вызывать ожесточенные споры. Было ли его подписание попыткой Советского Союза оттянуть войну, или это был сговор с фашистами?
Вот что говорил сам Молотов. Велико было желание оттянуть войну хотя бы на полгода. Такое желание, конечно, было у каждого, кто был близок к вопросам того времени. Не могло не быть просчетов ни у кого, кто бы не стоял в таком положении, как Сталин. Все делалось для того, чтобы не дать повод немцам начать войну. 31 августа 1939 года на внеочередной сессии Верховного Совета СССР договор был ратифицирован. До начала войны оставалось несколько часов. На следующий день, 1 сентября, Германия, напав на Польшу, начала Вторую мировую войну. Еще через день Англия и Франция объявили войну Германии. 17 сентября из речи Вячеслава Молотова, переданной по радио, советские граждане узнали о вступлении Красной армии на территорию Западной Украины и Западной Белоруссии. Вдоль новой границы Советского Союза началось строительство линии укреплений, которую западные журналисты назовут «линией Молотова». Благодаря советско-германскому договору граница СССР была отодвинута на сотни километров на запад. В 1941 году это сыграет решающую роль при обороне страны, а также в срыве немецкого плана окружения и взятия Москвы. В том, что стране предстоит война с Германией, никто не сомневался. Правительство делало все, чтобы выиграть время перед ее началом. Москва стремилась убедить Гитлера в том, что СССР остается верен подписанному договору. 9 сентября Молотов передал поздравление германскому правительству по случаю вступления немецких войск в Варшаву. В апреле 40-го он же выразил понимание и пожелание успехов Гитлеру после вторжения германских войск в Норвегию и Данию. Такой же была реакция Советского Союза на захват Бельгии, Голландии и Люксембурга. СССР предпринял меры по ликвидации плацдармов для возможной агрессии против него с территории Прибалтики и Финляндии. С правительствами Эстонии, Латвии и Литвы были заключены договоры, согласно которым на территории этих стран размещались советские военные базы. В Финляндии, не желавшей договариваться с СССР, начались военные действия, и к марту 40-го года, когда был заключен мир, СССР удалось отодвинуть границу от Ленинграда почти на 150 километров. Однако вскоре на финской территории появились немецкие войска. Когда немецкие армии вплотную приблизились к границам СССР, Сталин направил Молотова для переговоров в Берлин. Ему, единственному из советских лидеров, выпала участь пожать руку Гитлеру. Из воспоминаний Молотова. Гитлер. Внешне ничего такого особенного не было, что бросалось бы в глаза. Но очень самодовольный, можно сказать, самовлюбленный человек. В кинофильмах бьют на внешнюю сторону, показывают его сумасшедшим маньяком, а это не так. Он был очень умен, но ограничен и туп в силу самовлюбленности и нелепости своей изначальной идеи. Обсуждать темы, предложенные Молотовым, фюрер отказался. Страна должна была готовиться к войне. июня 1941 года в 12 часов дня все радиоточки Советского Союза передали обращение наркома Вячеслава Молотова к стране. Следующее заявление. Сегодня... Именно он объявил о нападении Германии на СССР. Напали на нашу... И произнес слова, ставшие символом начала Великой Отечественной войны. Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами. 6 мая 1941 года главой советского правительства стал Иосиф Сталин. Молотов был назначен его заместителем. В этом качестве он вошел и в первый состав Государственного комитета обороны. На Молотова легли серьезные дипломатические задачи.
переговоры с руководителями Великобритании, США и других стран. В мае 42 года Молотов вылетел в Лондон, чтобы оформить англо-советский военный союз. Смертельно опасный перелет над вражеской территорией без сопровождения истребителей с пассажиром такого уровня был продиктован чрезвычайными обстоятельствами. Переговоры с британским премьер-министром Черчиллем и американским президентом Рузвельтом с помощью переписки ни к чему не привели. Нужна была личная встреча. Надежда на то, что она станет результативной, была невелика, но другого варианта не было. Перелет в Великобританию на самолете П-8 под управлением летчика Энделя Пуусепа проходил через линию фронта и далее через территорию, оккупированную немецкими войсками. Чтобы остаться в небе незамеченными, летели, рискуя жизнью, на рекордной для тех лет высоте, при температуре 50 градусов ниже нуля. После 10 часов полета экипаж и пассажиры совершили посадку в Шотландии. Визит Молотова в Англию войдет в историю как первый полет члена правительства СССР за рубеж, а подписание договора с Великобританией о союзе в войне и послевоенном сотрудничестве станет важнейшей вехой в борьбе с фашизмом. Дальше Молотова ждал перелет через океан в США для переговоров в Белом доме. На обратном пути из США в Великобританию для проведения еще одних переговоров с Черчиллем погода резко испортилась. Самолет попал в грозовые облака, началось обледенение. Бомбардировщик трясло так, что казалось, катастрофа неминуема. Из воспоминаний Уинстона Черчилля. Это было весной 42 года, когда он остановился в Англии на обратном пути из Соединенных Штатов. Ему предстоял опасный перелет на родину. У садовой калитки на Даунинг-стрит, которой мы пользовались в целях сохранения тайны, я крепко пожал ему руку, и мы взглянули друг другу в глаза. Внезапно он показался мне глубоко тронутым. Под маской стал виден человек. Мы молча сжимали друг другу руки. Речь шла о том, чтобы выжить или погибнуть вместе. 12 июня 42 года Вячеслав Молотов вернулся в Москву, дважды преодолев опасный путь над океаном и линией фронта. Его работа не ограничивалась только дипломатией. Как один из членов правительства, Молотов лично отвечал за производство танков. СССР к этому времени уже потерял несколько крупнейших танковых заводов в Харькове, Сталинграде и других городах. Приходилось строить новые производства на Урале и в Сибири. Несмотря на это, за всю войну танковая промышленность под руководством Молотова выпустила более 95 тысяч танков и самоходных артиллерийских установок. Промышленность Германии – только 53 800. Когда в феврале 43 года было принято постановление о создании атомной бомбы, Вячеслава Молотова назначили руководителем проекта. Стараниями Вячеслава Молотова и его наркомата удалось наконец создать антигитлеровскую коалицию с Великобританией и США. Он стал инициатором сближения с движением «Сражающаяся Франция», которое возглавлял генерал де Голль. Молотов стал одним из тех, чьей заслугой стали подготовка и проведение форумов союзников, Московской конференции министров иностранных дел трех держав в 43-м, саммитов в Тегеране, Ялте и после войны в Потсдаме. Вячеслав Молотов всегда считал себя скорее государственным деятелем, нежели дипломатом. В том числе потому, что как следует не владел ни одним иностранным языком. Все переговоры он вел через переводчика. На многих фотографиях Молотов запечатлен с сигаретой,
Однако всерьез он никогда не курил. Это была уловка, чтобы заполнить паузу во время перевода его слов. На официальных встречах он избегал светских разговоров, настраивая собеседника на деловой тон. Уинстон Черчилль называл его человеком, в котором наиболее полно представлена концепция робота. Молотов по-прежнему был верен себе и сосредоточен на решении поставленных задач любой ценой. Как и прежде, во время переговоров он оказывался наиболее внимательным и компетентным оппонентом. Переломным моментом в жизни и карьере Молотова стал арест его супруги Полины Жемчужиной. Существует немало версий, за что Сталин посадил жену ближайшего соратника. Ее обвиняли в связях с сионистской организацией и премьер-министром Израиля Голдой Мейер. На одном из заседаний Политбюро Сталин лично поднял вопрос о ее антисоветской и проеврейской деятельности. Сначала Молотов воздержался при голосовании, но затем присоединился к мнению большинства, признав за собой тяжелую вину, что вовремя не удержал жемчужину, близкого человека, от ложных шагов. Полина Жемчужина была исключена из партии. Супругу Молотова арестовали в январе 49 года. Но политическую статью «Измена Родине» заменили на уголовную. Якобы в период пребывания на посту начальника главка Министерства легкой промышленности она проворовалась. В итоге ссылка на 5 лет в Кустанай Казахской ССР. Оставаясь верной сталинисткой, Жемчужина сказала мужу: «Если партия считает, что мы должны развестись, значит, так лучше для нас и для партии». Информации о ее дальнейшей судьбе у Молотова практически не было. Лишь Берия, проходя мимо, иногда бросал ему шепотом: «Полина жива». Из воспоминаний Молотова: «Мне выпало большое счастье, что она была моей женой. И красивая, и умная, а главное, настоящий большевик, настоящий советский человек. Для нее жизнь сложилась нескладно из-за того, что она была моей женой. Она пострадала в трудные времена, но все понимала. И не только не ругала Сталина, а слушать не хотела, когда его ругают». Сразу после окончания войны Сталин стал проявлять недовольство деятельностью своего ближайшего соратника. Он считал, что Молотов слишком уступчив перед натиском западных держав, которые из союзников в годы Второй мировой войны становились соперниками в холодной войне. Но, несмотря на это, Вячеслав Молотов продолжил заниматься внешней политикой СССР, с присущим ему упорством решая трудные международные проблемы. Он активно разрабатывал новые перспективы мирного договора с Германией, ратовал за объединение обоих государств ФРГ и ГДР путем всеобщих выборов. Сталин же продолжал видеть в действиях Молотова чрезмерную мягкость в отношении к бывшим союзникам. Однажды он даже обвинил Молотова в том, что ради популярности в иностранных кругах он подрывает престиж государства. Позднее Молотов предложит вернуть Германии сокровища Дрезденской галереи, которые удалось спасти после бомбежки Дрездена в феврале 45-го и частично отреставрировать в СССР. В 56-м и 60-м коллекция по частям была возвращена немецкому народу. Вячеслав Молотов потратил много сил на то, чтобы изменить образ СССР в представлении Запада. Он выезжал в Нью-Йорк для участия в работе ООН. Долгая политическая изоляция, в которой существовал Советский Союз, наконец была прорвана. Однако со временем Сталин перестал приглашать Вячеслава Молотова на свою дачу, где решались важнейшие вопросы. Марта 49 года Молотов был освобожден от должности министра иностранных дел. День похорон Сталина, 9 марта,
совпал с днем рождения Вячеслава Молотова. После траурного митинга его поздравили с днем рождения и спросили, что бы он хотел получить в подарок. Молотов ответил: «Верните Полину». В марте 1953 года Полина Жемчужина была освобождена и вернулась к мужу. Они прожили вместе еще 17 лет. Чтобы вся партия, весь народ под руководством нашей партии, под знаменем Ленина, уверенно двигались в строительстве коммунизма. В июне 1953-го Молотова вновь назначили министром иностранных дел. После смерти Сталина он поддержал Никиту Хрущева в решении об аресте Лаврентия Берии и о снятии Георгия Маленкова с поста председателя Совета министров СССР. К этому времени пропасть между Востоком и Западом увеличилась. То и дело говорили о новой войне. Войне ядерной. Так генерал американской армии Дуглас МакАртур еще в 50-м году во время Корейской войны выступал за ядерную бомбардировку Китая. Во времена хрущевской оттепели, благодаря личному авторитету Молотова, удалось организовать ряд встреч на высшем уровне. Они способствовали снижению международной напряженности. Так, его усилиями во время Женевской конференции 1954 года была остановлена война в Индокитае, которую вела Франция при поддержке США. В следующем 1955 году, там же, в Женеве, состоялось совещание глав правительств четырех держав по обеспечению коллективной безопасности в Европе. И хотя саммит не дал практических результатов, он оказался первой крупной инициативой по развитию диалога между противостоящими политическими силами после окончания Второй мировой войны. Вскоре у Молотова и Хрущева начались расхождения во взглядах по многим вопросам. Они касались, в частности, внешней политики и целесообразности форсированного освоения Целины. Молотов выступал против постоянного вмешательства партии в вопросы управления экономикой и против включения Крыма в состав Украинской ССР. Дошло до того, что в 1957 году Молотов возглавил так называемую антипартийную группу против Хрущева. Объединившись с Кагановичем и Маленковым, он предпринял попытку смещения Хрущева. Но хрущевские соратники оказались проворнее. Они собрали пленум ЦК, где антипартийная группа потерпела поражение. Молотов был снят со всех постов и выведен из состава Центрального комитета партии. Три города, названные в его честь, в 1957 году были переименованы. Вскоре Молотов был и вовсе исключен из партии. Полина Жемчужина как-то призналась: «Я же член партии, старая коммунистка. У меня пенсия 120 рублей. А Вечу из партии исключили. Так что сегодня я его содержу». Она умерла в 1970 году. У Вячеслава Молотова остались только дочь Светлана и подрастающий внук Слава. В годы революции Вячеслав Молотов получил партбилет за номером 5. Теперь старейший из членов партии добивался своего восстановления в ее рядах. Произошло это только в 1984 году. Новый партбилет ему вручал генеральный секретарь ЦК КПСС Константин Черненко. Из воспоминаний Ольги Аросевой. «Когда Молотову исполнилось 85, я позвонила поздравить его. «С чем ты меня поздравляешь?» – переспросил. «Как с чем? Ведь вам 85 лет. Такая годовщина». «Да чего хорошего? Когда жизнь бесполезная, она в тягость, и радости от нее никакой». Для трудоголика, человека с молоду привыкшего служить партии и идее, отстранение от дел было одним из самых тяжелых ударов. Уже будучи вдовцом, Молотов провозглашал неизменные три тоста: за товарища Сталина, за Полину, за коммунизм. Он прожил 96 лет, перенеся за свою долгую жизнь 7 инфарктов.
8 ноября 1986 года в Кунцевской больнице в Москве умер человек, который ровно 69 лет тому назад стоял в Смольном рядом с Лениным, провозгласившим Россию Республикой Советов. К этому времени Коммунистическую партию Советского Союза уже возглавлял Михаил Горбачев. Молотова похоронили рядом с могилой его жены на Новодевичьем кладбище. После смерти сотрудники КГБ опечатали его квартиру и дачу и вывезли оттуда все документы. В распоряжении потомков остались лишь его отдельные воспоминания, записанные публицистом Феликсом Чуевым. Молотов делился ими в своей московской квартире, но большей частью на даче в Жуковке, где прогуливался, постукивая палочкой. Палочкой, подаренной когда-то главе советской дипломатии, британским послом Арчибальдом Кером. Еще несколько десятилетий назад его имя гремело по всей стране. Командующий знаменитой первой конной армией в годы Гражданской войны, один из первых маршалов и трижды Герой Советского Союза – Семен Буденный. Его называли народным маршалом. В народе его любили, уважали и стремились ему подражать. О подвигах Буденного сочиняли песни, ставили спектакли и снимали фильмы, а его портреты не сходили с газетных полос. Семен Буденный оставался живой легендой до конца своих дней. Но эту славу сегодня все чаще относят к заслугам советской пропаганды. И мало кто знает, что жизнь этого человека была куда как ярче тех были и небылиц о нем, которые дошли до наших дней. Буденный, которого привыкли считать символом казачьей удали, казаком на самом деле не был. Он родился 25 апреля 1883 года. Его дед был выходцем из Воронежской губернии, но перебрался с семьей в местность, заселенную донскими казаками, область войска Донского. Крестьяне из разных регионов искали на юге Российской империи лучшей доли и возможности прокормить себя и своих детей. Однако переселенцам здесь рады не были. Казаки встречали их настороженно и называли иногородними. Судьба иногородних была тяжелой. Им даже приходилось кланяться при встрече с казаками. Позже этот обычай ушел в прошлое. Но приезжим то и дело напоминали, что они здесь чужие. Чувствовали это и буденные. Отец Семена Буденного торговал, нанимался батраком, переезжал с хутора на хутор. У Буденных было 7 детей. Самый старший даже отправился искать счастье в Америке. Семена же ждала другая судьба.
Зима 1892 года выдалась холодной и голодной. Чтобы прокормить семью, Михаил Буденный занял деньги у купца Яцкина, но отдать долг вовремя не смог. Девятилетнему Семену пришлось идти работать к Яцкину. Он выполнял мелкие поручения и прислуживал в доме. Грамоте и арифметике его научила дочь купца. Когда немного подрос, Буденный трудился в кузнице и кочегаром на молотилке. В 1903 году Семена Буденного призвали на службу. Он попал в кавалерийскую школу, откуда его забрали на пополнение 46-го Донского казачьего полка. Здесь будущий маршал наконец нашел свое призвание. Вскоре отец получил от сына письмо. «Познаю службу с потом и кровью, но духом не падаю, потому что дело свое понимаю. За меня не волнуйся. Вот когда наберусь опыта, служба пойдет веселее. Я твердо решил стать военным, чего я дома не видал». Начиналась русско-японская война. Кавалериста ждала далекая Маньчжурия. В больших битвах Буденному участвовать не пришлось, но пороху он понюхал. Его часть охраняла тылы русской армии от хунхузов. Так называли банды китайских налетчиков, которые действовали на Дальнем Востоке России и в Маньчжурии. Они занимались грабежом и террором, захватывали людей в плен и превращали их, по сути, в рабов. В одной из разведок Буденный взял в плен хунхуза и быстро заслужил репутацию храбреца. После завершения русско-японской войны Буденного перевели в Приморский драгунский полк под Владивостоком. Драгуны – вид кавалерии, предназначенный для действий в конном и пешем строю. Драгунские полки в России упразднены в 1918 году. В стране началась революция 1905 года. Рабочие бастовали, крестьяне жгли помещичьи усадьбы, террористы убивали министров и губернаторов, в крупных городах шли уличные бои. Как и большинство крестьян, Семен поддерживал идеи революции, но оставался верен царю и присяге. Когда его спрашивали о происходящих событиях, он отвечал одно: «Мое дело служба». К 1907 году Буденный стал унтер-офицером. Он был не просто превосходным наездником, а служил инструктором в высшей офицерской кавалерийской школе. Он мечтал накопить денег и открыть конный завод, чтобы разводить лошадей, которых очень любил. Лето 1914 года Семен Буденный встретил дома, на Дону. В те последние мирные месяцы он женился на дочери крестьянина Надежде Гончаровой. Но насладиться семейным счастьем молодые не успели. Вскоре пришло известие о мобилизации. Началась Первая мировая война. Путь назад, в свой полк на Дальний Восток, был неблизким, и унтер-офицера Буденного отправили в Армавир обучать молодых солдат. Вскоре Семен оказался в Северском драгунском полку Кавказской кавалерийской дивизии, а бои Первой мировой начались для него в Польше. 8 ноября 1914 года вблизи города Бжезины на Западном фронте Буденный получил Георгиевский крест 4-й степени за захват немецкого обоза и пленных. Затем драгун направили в Персию. Здесь Буденного лишили его первой награды. Произошло это из-за того, что сослуживец Буденного вахмистр Хистанов по какому-то поводу оскорбил и ударил того по лицу, а Семен не стерпел и дал обидчику сдачи. Дороги войны быстро становились привычными.
После ряда успешных боев с турками последовал новый приказ. Следовать в Баку, а оттуда на Украину. Вскоре дивизии пришлось проделать путь в обратном направлении. Ее ждал новый поход в Персию в составе экспедиционного корпуса генерала Баратова. Смелостью Будённый не только вернул себе первый крест, но вскоре был удостоен еще нескольких наград. Будённый получил приказ взять языка. Для этого он отобрал 4 добровольцев, и ночью горстка храбрецов отправилась в тыл врага. Группа вышла на небольшой лагерь турецких солдат. Турки мирно спали. Бодрствовали только 2 часовых. Их бесшумно скрутили. Семен Будённый собрал винтовки спящих и приказал им встать. Русское командование получило не одного, а сразу 7 языков. За эту операцию Будённый был награжден очередным Георгиевским крестом. Георгиевский крест не стоит путать с орденом святого великомученика и победоносца Георгия, высшей военной наградой, учрежденной Екатериной II. В 1807 году в Российской империи был учрежден знак отличия военного ордена для награждения нижних чинов – солдат, матросов и унтер-офицеров. С 1913 года он официально именовался Георгиевским крестом. Состоял из 4 степеней. Высшей считалась первая степень. За подвиги на поле боя вручалась и Георгиевская медаль 4 степеней за храбрость. ...1917 год. Дивизия, где служил Будённый, была отведена в глубокий тыл. Тогда же пришло известие, которое потрясло всех. Император Николай II отрекся от престола. К этим переменам Семен Будённый отнесся настороженно. Революционером он не стал, но и не перешел в лагерь контрреволюции. Для России наступили тревожные времена. В октябре на смену временному правительству Керенского пришел Совет народных комиссаров во главе с Лениным. Новая власть начала мирные переговоры с Германией. Война заканчивалась, фронт разваливался, и после демобилизации Семен Будённый уехал на Дон. А здесь, как и по всей России, разгоралась новая война – гражданская. Как и прежде, жители разделились на казаков и иногородних. Казачество было за белых, иногородние – за красных. К моменту прибытия Будённого домой, в станицу Платовскую, он уже давно был связан с большевиками и поддерживал их политику. Однако много позже он шутил: «Я решил, что лучше быть маршалом в Красной армии, чем офицером в Белой». Над зданием правления в станице Платовской подняли красный флаг с надписью «Станичный совет рабоче-крестьянских, казачьих и солдатских депутатов». Однако, когда отряд белогвардейцев приблизился к станице, сторонникам революции пришлось покинуть родные дома. Вместе с Будённым ушли его младший брат Денис и еще 5 земляков. У Будённого был револьвер и шашка, у остальных винтовка и по 4 патрона на каждого. Скоро в отряде Будённого были уже десятки бойцов, а к весне 18 года это формирование насчитывало 100 человек. Все больше людей присоединялось к отряду Будённого, чтобы сражаться против белогвардейцев и иностранных интервентов. В марте сторонники Советов даже провозгласили Донскую Советскую Республику. Но просуществовала она недолго. Начались восстания казаков, а на Дон наступали германские войска. Правительству республики пришлось оставить свою столицу – Ростов. Во время гражданской войны количество казаков, поддерживающих советскую власть, не превышало 20% от их общей численности. В борьбе с белогвардейскими казачьими отрядами красные делали ставку на тех, кого еще недавно казаки называли иногородними. Командиром самого крупного вооруженного отряда иногородних стал Борис Думенко, а его заместителем – Семен Будённый.
Тогда никто не подозревал, что двум военачальникам суждено превратиться из соратников в заклятых врагов. Борис Думенко родился в 1888 году на Дону в семье крестьянина, выходца с Украины. В гражданскую войну возглавил Красный партизанский отряд и приобрел славу первой шашки республики. Именно Думенко, а не Будённый, как утверждала официальная советская пропаганда, стал основателем кавалерийских соединений Красной армии. Летом 1918 года в Сальской группе войск на Дону был создан первый крестьянский социалистический кавалерийский полк. В сентябре полк был развернут в бригаду, а в ноябре в дивизию под командованием Думенко. Будённый оставался его помощником. В январе 19 года при участии командарма Егорова сформировался кавалерийский корпус. Однако возглавлявший его Думенко вскоре заболел тифом и передал командование Будённому. Сам он после выздоровления возглавил другой корпус. С тех пор их боевые пути разошлись до января 20 года, когда Красной армией был взят Ростов-на-Дону. Красные партизанские отряды отступали к Царицыну, городу, который впоследствии назовут Сталинградом, а затем Волгоградом. Через Царицын проходили дороги, связывающие центр России с югом страны, и его оборона имела решающее значение в ходе гражданской войны. Через город шли продовольствие, топливо, боеприпасы. Здесь находились крупные промышленные предприятия, и советское правительство делало все, чтобы удержать его. Партизанам не хватало еды, воды и медикаментов. А казаки всегда отличались выучкой прирожденных воинов. На их стороне было и численное превосходство. Дни обороны Царицына стали важным этапом не только в жизни Будённого, но и всей страны. Именно здесь пересеклись пути Семёна Будённого и командующего Царицынским фронтом Климента Ворошилова. Здесь же он познакомился с Иосифом Сталиным. В Царицын Сталин прибыл, чтобы укрепить оборону города и наладить поставки продовольствия в центральной области страны. Оказавшись в городе вместе с Ворошиловым и членами Реввоенсовета Северо-Кавказского военного округа, он стал наводить порядок в партизанской вольнице. Сталин позаботился о том, чтобы красноармейская кавалерия была снабжена амуницией и оружием. К концу 1919 года в первой конной появилась новая форма, а полностью буденовцев переодели к осени 20-го. Форма разрабатывалась на основе итогов конкурса, проведенного в 1918 году, в котором участвовал и художник Виктор Васнецов. По эскизам Васнецова были созданы длиннополые шинели с цветными полосами на груди, обозначающими род войск. А вместо папах и фуражек – суконные остроконечные шлемы, по виду напоминавшие шлемы древних русских богатырей, которые впоследствии стали называться буденовками. Будённый стал заместителем командира кавалерийской бригады. В царской армии такую должность занимал опытный офицер, окончивший военное училище. А теперь красных конников вел в бой бывший батрак, не имевший никакого военного образования. Даже став военачальником, Семён Будённый был верен себе и первым шел в атаку. Осенью 18 года он чудом остался жив. Пулеметной очередью был убит его конь. Вместе с ним едва не погиб его ординарец. Зимой 19 года Будённый вместе со своими кавалеристами предпринял рейд по тылам противника и вернулся с многочисленными трофеями. За это он был удостоен ордена Красного Знамени, высшей награды Советской Республики. Орден Красного Знамени, учрежденный в сентябре 1918 года, стал первым орденом Советской России. Им награждали солдат и командиров Красной Армии, проявивших особую храбрость на поле боя. Первым его кавалером стал начальник 4-й Уральской стрелковой дивизии Василий Блюхер. Семён Будённый получил орден за номером 34. Вскоре после получения награды
Буденного ждала и скорбная весть. От тифа и пневмонии умер отец. Через несколько месяцев от раны, полученной в бою, скончался и младший брат Денис. Смерть, голод, холод и эпидемии – таковы были реалии гражданской войны. Точное число погибших в годы гражданской войны неизвестно до сих пор и может быть определено лишь приблизительно путем подсчета разницы между численностью населения в 1917 и 1926 годах. Она составила 5 миллионов 750 тысяч человек. Это примерная величина безвозвратных потерь в гражданской войне, включая смертность, напрямую не связанную с военными действиями, голод, эпидемии и всеобщий террор. В одном из весенних боев командующий 10-й армией Александр Егоров получил ранение. Буденный всего несколько месяцев служил под его началом, но успел проникнуться симпатией к бывшему подполковнику царской армии. Увидев, что Егоров упал, Буденный бросился к командующему и начал его перевязывать. Пройдет меньше 20 лет, и арестованный Егоров будет вынужден давать показания против Буденного. Зимой 19 года казаки объединили свои силы с белой добровольческой армией генерала Антона Деникина. В июне 19 года под ударами Деникина пали Харьков, Екатеринослав и Царицын. Белогвардейцы двинулись на Москву. Судьба советской власти висела на волоске. Этот период большевики называли самым критическим моментом революции. За несколько месяцев войска Деникина дошли до Орла. Под угрозой оказалась Тула. В Москве уже готовились к эвакуации государственных учреждений. Но в боях под Орлом Красная армия одержала победу. Белогвардейцы отступили. Ноября 1919 года Сталин подписал приказ о переименовании конного корпуса в конную армию. Командующим армией был назначен Буденный. Членами Реввоенсовета – Ворошилов и Щеденко. Так родилась легендарная Первая конная. Первая конная армия была создана на базе Первого конного корпуса за счет присоединения к нему других частей. Помимо нескольких кавалерийских дивизий, в Первую конную армию вошли 4 бронепоезда, автобронеотряд, авиагруппа, а также стрелковые дивизии. Общая численность армии доходила до 17 тысяч человек. Победы конного корпуса Буденного над белогвардейскими войсками генерала Деникина под Воронежем и станцией Касторная позволили Красной армии продвинуться на 250 километров и ускорили разгром противника на Дону. В январе 1920 года красноармейцы заняли Ростов. Когда красные кавалеристы входили в город, на улицах мальчишки еще продавали газеты, в которых сообщалось о новых победах белогвардейцев. В Ростове Буденный вновь встретился со своим бывшим командиром Борисом Думенко. Но не прошло и месяца, как Думенко был арестован и отдан под суд по обвинению в антисоветских настроениях и убийстве комиссара корпуса. Буденный, вызванный в качестве свидетеля, заявил трибуналу, что Думенко встретился с ним в Ростове и убеждал его примкнуть к белым. Ворошилов и Щеденко это подтвердили. По приговору трибунала Борис Думенко был расстрелян. Многих бойцов поступок Буденного привел в негодование. На митинге буденовцы даже освистали своего командарма.
Но и 40 лет спустя в своих мемуарах Семен Буденный продолжал настаивать на виновности своего первого командира и утверждал, будто Думенко лишь ждал момента, чтобы увести свой корпус к белым. После разгрома армии генерала Деникина Буденного вызвали в Москву. Здесь он познакомился со знаменитым певцом Федором Шаляпиным, песни которого очень любил. Буденный принимал знаменитость с простым солдатским радушием, угощая певца сразу и шампанским, и донским салом. У самого Буденного был отличный слух. Он играл на разных музыкальных инструментах, а особенно виртуозно владел гармонией. До наших дней дошла грампластинка «Дуэт баянистов», где партию гармоники исполняет Буденный, а партию баяна – известный баянист Григорий Зайцев. Танцевать Буденный тоже любил. На одном из официальных приемов во время заграничной поездки среди советских военных умением танцевать блеснул только Буденный. После этого случая в программу обучения в Академии Генерального штаба было решено добавить новый предмет – танцевальную подготовку. Вскоре Буденный снова отправился на фронт. Его первой конной предстояло сразиться с армией Польской Республики. После Октябрьской революции советское правительство аннулировало царские договоры конца 18 века о разделе Польши между Россией, Пруссией и Австрией. Образованная в ноябре 1918 года Польская Республика сразу вступила в войну со своими соседями – Германией, Западноукраинской Народной Республикой, Белорусской Советской Республикой и Советской Россией. Весной 1920 года польская армия перешла в наступление в Белоруссии и на Украине. Заняла ряд крупных городов, в том числе Киев. 5 июня 1920 года кавалеристы Буденного прорвали польский фронт. Поляки оставили Киев и отступали. За ними по пятам шла первая конная. Путь ее лежал на Львов. Казалось, еще чуть-чуть, и город падет. Но поступил приказ операцию прекратить. Под Варшавой Красная армия потерпела поражение. И буденовцы были нужны на другом участке фронта. Их перебросили к Крыму, в Северную Таврию, занятую войсками Белой армии генерала Врангеля. На пути в Крым на Южный фронт в армии Буденного царил хаос. Только за октябрь из ее состава дезертировало около 1200 бойцов. Процветали мародерство, грабеж, антисемитские погромы. Командующий Южным фронтом Михаил Фрунзе писал Ленину: «Полагаю, что в лице первой конной мы имеем большую угрозу для нашего спокойствия в ближайшем будущем». В результате 6-я кавалерийская дивизия армии Буденного была расформирована. Ее начальник, командиры бригад и полков отданы под суд. Около 400 бойцов за совершенные преступления были расстреляны. Осенью 20-го года красные изгнали врангелевцев из Северной Таврии. Штурмом взяли Перекоп и вступили в Крым, приближаясь к Черноморскому побережью. Белогвардейцы и мирные жители на переполненных кораблях покидали Севастополь, Ялту и другие города, спасаясь от приближающейся Красной армии. В мемуарах Буденный приписывает взятие этих городов своим буденовцам. На самом деле их захватили 2-я конная армия Филиппа Миронова и 6-я армия Августа Корка. 1-я конная участвовала во взятии Крыма, но следовала на расстоянии суточного перехода за армией Миронова. Гражданская война закончилась победой красных. Семен Буденный успел повоевать на Украине с отрядами «Батьки Махно», а затем отправился в Ростов, в штаб Северокавказского военного округа. Командующим войсками округа назначили Климента Ворошилова. Буденный стал его заместителем. Целых 7 лет не знал он покоя. Первая мировая, две революции, потом гражданская. Приходилось заново привыкать к мирной жизни. В январе 23-го года Буденный вместе с Ворошиловым направился в Чечню.
Советское правительство предоставило региону статус автономной области, и по этому поводу в Урус-Мартане собрали митинг. Буденовы разглядывали с большим интересом. Горцам нравился командир с орденами и шашкой, украшенной драгоценными камнями. В толпе повторяли «Красный генерал». После митинга гостей пригласили на обед, а чеченская молодежь танцевала лезгинку. Буденный не выдержал и тоже пустился в пляс. Веселье закончилось поздней ночью. Так Семен Буденный стал крестным отцом Чеченской автономной области. После войны армию ждала серьезная реформа. Предстояло восстановить значительно пострадавший в ходе гражданской войны конный состав кавалерии. Теперь Буденному приходилось отстаивать свои позиции не на поле боя, а в кабинетах высокого начальства. Его любимым детищем оставалась первая конная. И во время войны, и особенно после, он боролся за свою армию. Сначала ее хотели расформировать, затем разделить на несколько частей и рассредоточить по стране. Буденного перевели в Москву помощником главнокомандующего Красной армии по кавалерии. В январе 24 года, когда умер Ленин, Семен Буденный вместе с другими командирами Красной армии нес гроб с его телом. После смерти Ленина внутри большевистской партии наметился раскол. Особенно сильной была вражда между Сталиным и Троцким. Зная Сталина еще по Царицыну, Буденный встал на его сторону. Кроме того, Троцкий с самого начала не взлюбил Буденного. Вот что он писал про армию Буденного в 19-м году, после того, как побывал на фронте. «Это настоящая банда, а Буденный – атаман-предводитель. Мое выступление эта банда встретила ревом, а один взмах руки Буденного произвел на них впечатление электрического удара. Это современный Разин, и куда он поведет свою ватагу, неизвестно. Сегодня за красных, а завтра за белых, и они все двинутся за ним». В том же 1924 году в семье Буденного случилась трагедия. Его жена всю войну была рядом с мужем, служила медицинской сестрой и прекрасно умела обращаться с оружием. Но однажды произошла роковая случайность. В их доме были гости, и жена, решив пошутить, взяла пистолет Буденного. Она приставила оружие к виску и нажала на курок. Пистолет был заряжен. По Москве поползли слухи. Буденный убил неверную жену. Эти сплетни не имели ничего общего с действительностью. Кроме того, Буденные давно жили как чужие люди. Прежде всего из-за того, что не могли завести детей. Вскоре Буденный оказался в центре литературного скандала. Его причиной стал выход книги Исаака Бабеля «Конармия». Исаак Бабель. Писатель, драматург, журналист. Весной 1920 года был направлен в Первую конную армию в качестве фронтового корреспондента. В своей книге Бабель показал все ужасы войны и те бесчинства, которые творились в Первой конной в 20-м году. Однако буденовцы возмутились. Сам командарм ответил Бабелю статьей в журнале «Октябрь», где обвинил литератора во лжи. Негодовал и Ворошилов. За Бабеля заступился писатель Максим Горький. Буденному с Ворошиловым пришлось отступить, но дискуссия длилась целых 4 года. Гибель жены, сплетни, скандал в печати – все это Буденному пришлось пережить за один год. Справиться с ударами судьбы Семену Буденному помогла новая любовь. На отдыхе в Кисловодске он познакомился с Ольгой Будницкой. Девушка была значительно моложе, но для бурного романа это препятствием не стало. Вскоре они поженились. Ольга не была похожа на его первую жену. Она поступила в консерваторию, а позже стала солисткой Большого театра и выступала под сценическим псевдонимом Михайлова. У нее был сильный, редкий голос – контральто. Дочь железнодорожного служащего, познавшая и бедность, и лишения, она твердо знала, чего хочет от жизни.
Она мечтала стать знаменитой певицей, хотела блистать и покорять окружающих. Однако это никак не совпадало с представлениями ее супруга Семена Буденного о семейной жизни, в которой главное – дом и дети. Несмотря на то, что большевики одержали победу в гражданской войне, в Средней Азии продолжалось сопротивление новой власти. Весной 26 года Сталин направил Буденного на борьбу с басмачами, и командарм смог снова заняться тем, что, как он говорил, у него получалось лучше всего – рубать врагов. Басмачество – военно-политическое партизанское движение населения Средней Азии, ставившее своей целью борьбу с советской властью и изгнание большевиков. Начиналось на территории Туркестана и продолжилось на территориях современных Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Туркмении и Киргизии. Сражаться с отрядами басмачей было трудно. Они внезапно налетали ночью, а днем скрывались в горах. Прибыв на место, Буденный действовал решительно. Создавались заставы, подразделения самообороны на случай набегов и летучие отряды. Выбирались породы лошадей, хорошо переносившие климат Средней Азии. Велась активная работа с местным населением. Басмачам предлагали добровольно сдаться в обмен на жизнь и свободу. В короткий срок основные силы басмачей были разбиты. Часть их отрядов ушла в Афганистан. Отдельные стычки с басмачами продолжались еще несколько лет. Но Буденный мог возвращаться в Москву. А Туркестанский фронт превратился в среднеазиатский военный округ. В каких бы опасных операциях не участвовал Буденный, на нем никогда не оставалось и царапины. В кишлаке Янгибазар Буденный провел митинг, на котором подробно объяснил населению, для чего Красная Армия находится в Туркестане. После митинга Буденный лег отдохнуть, а когда встал, обнаружил, что полы его шинели в некоторых местах обрезаны. Оказалось, среди местных жителей пошел слух, что командарм заговорен от пуль, а его шинель служит талисманом. Буденного без преувеличения знала вся страна. Победы, одержанные им во время гражданской войны, принесли ему славу выдающегося полководца. Однако к своей популярности Буденный относился очень спокойно. Один я, как персона, ничего бы не мог сделать. Несмотря на сложившийся образ простоватого командира из народа, навсегда оставшегося во времена гражданской войны, Буденный много читал, общался с известными литераторами тех лет, собрал большую библиотеку и прекрасно понимал, что время не стоит на месте. Военная наука быстро развивалась. Чтобы не отставать от молодых офицеров, Буденному и другим полководцам гражданской войны требовались новые знания. Буденный обратился к возглавлявшему военное ведомство СССР Клименту Ворошилову с просьбой разрешить ему поступить в военную академию. Ворошилов удивился. Все-таки его боевому товарищу было уже почти 50. И посоветовал ему обратиться к Сталину. Так в академии появились особые курсы. Вместе с Буденным за парты сели многие герои гражданской войны, недоучившиеся в силу обстоятельств. Некоторые были ровесниками Семена Буденного. Первый же диктант по русскому языку, написанный военными, вызвал шок. Текст оказался с чудовищными ошибками. Пришлось подтягивать русский, математику, географию, историю. В возрасте 48 лет Буденный совершил первый прыжок с парашютом. Узнав об этом, Сталин устроил ему разнос. Высокопоставленным военным запрещалось даже садиться за руль автомобиля. Поступок Семена Буденного выглядел грубым нарушением партийной дисциплины. Но Буденный сообщил, что прыгать с парашютом требовала академическая программа. Лишь после этого Сталин сменил гнев на милость. В 1932 году Буденный окончил военную академию имени Фрунзе, а через три года стал маршалом Советского Союза. Вместе с Семеном Буденным это звание присвоили еще четверым – Клименту Ворошилову, Михаилу Тухачевскому, Василию Блюхеру и Александру Егорову.
Все пятеро сфотографировались на память и снимок напечатали во всех газетах Советского Союза. Но никто не мог представить, что скоро в армии начнутся массовые репрессии. И в живых из этой пятерки останутся только двое – Будённый и Ворошилов. Первым на скамье подсудимых оказался Тухачевский. Вместе с группой военных он был обвинен в попытке государственного переворота. Будённый получил от Сталина постановление ЦК ВКПБ с предложением исключить Тухачевского и его товарищей из партии и передать дело органам НКВД. На постановлении Будённый размашисто написал: «Безусловно, за. Нужно этих мерзавцев казнить». Тухачевского и его приближенных расстреляли. На суде, который выносил приговор, Будённый был членом специального судебного присутствия. В том же 1937 году арестовали жену Семёна Будённого. Комиссар госбезопасности Николай Ежов лично сообщил Будённому о связях Ольги с иностранными дипмиссиями и ее романе с солистом Большого театра. Будённый ответил, что оснований для ареста не видит, а измена, если и была, дело личное, и разберутся они сами. Поклонники, молодые артисты, иностранные дипломаты. В этих кругах вращалась Ольга Будённая. Она пристрастилась к скачкам и нуждалась в деньгах. Всегда держала при себе программу забегов на ипподроме. К тому времени Будённый с женой жили фактически порознь. Наследствие ее обвинили в шпионаже, любовной связи на стороне и дискредитации маршала Советского Союза. Ольгу приговорили к 8 годам исправительно-трудового лагеря, и Семен Будённый вновь остался один. Самого Будённого не тронули, хотя компромат был и на него. Арестованный в 1938 году маршал Егоров заявил, что Будённый является руководителем антисоветской организации и грозится убить Ворошилова. Такие фантастические показания из него, скорее всего, выбили под давлением. Но, тем не менее, показания против маршала дал тот самый Егоров, которого когда-то на поле боя перевязывал Будённый. Семён Будённый не только избежал ареста, но и обрел новую семью. Его женой стала двоюродная сестра Ольги, Мария. Маршал был старше ее на 33 года. Но именно этот брак принес ему тихое семейное счастье. В 1938 году у них родился сын Сергей. Затем на свет появились дочь Нина и младший сын Михаил. Будённый давно мечтал о детях, и его желание наконец исполнилось. После освобождения бывшей супруги Ольги в 1955 году Будённый перевез ее в Москву, выхлопотал для нее квартиру, и она нередко бывала в новой семье маршала. Начало войны Будённый встретил в кабинете наркома обороны Тимошенко. Спустя несколько дней ему поручили командовать резервной группой армии. А на 18-й день войны Семёна Будённого вызвали в Москву для нового назначения. Он возглавил юго-западное направление. «Отвечаете головой за Киев», – напутствовал его Сталин. Киев обороняли войска Юго-Западного фронта под командованием генерал-полковника Кирпоноса, а общее руководство осуществлял Будённый. Битва за столицу Украины длилась более 2 месяцев. Красная армия сражалась героически, но ситуация становилась все более опасной. Огромная часть войск могла попасть в окружение. Будённый сообщал об этом в Москву, предлагая отвести войска за Днепр. Раз за разом ему отвечали отказом. После очередного обращения маршала отстранили от должности. Как и предполагал Будённый, сражение за Киев окончилось катастрофой. В котле оказались более 400 тысяч красноармейцев. Из них пробиться к своим смогли около 15 тысяч человек. Будённого назначили командующим резервным фронтом. Предстояло оборонять Москву. Войска несли большие потери. Враг двигался быстро,
то и дело прорывая оборону Красной Армии. Как мог, Семен Буденный пытался сдерживать напор гитлеровцев. В тылу он не прятался. Однажды его машина попала под обстрел, и маршал едва не оказался в плену. Эти тяжелые бои в ноябре 41-го не раз напоминали Буденному и о Первой мировой войне, и о гражданской. Но молодость ушла, а с ней и азарт лихого рубаки. Назначение Буденного все чаще стали носить представительский характер. Оборону Москвы поручили Жукову, назначенному командующим Западным фронтом. Резервный фронт расформировали, и Семена Буденного отозвали в столицу, чтобы подготовить неожиданное для многих мероприятие. Угроза захвата Москвы немцами была реальна как никогда. Жителей столицы охватила паника. Неожиданно 7 ноября 41-го все радиостанции сообщили о том, что в Москве на Красной площади идет парад. И принимал парад не кто-нибудь, а маршал Буденный. Прямо с Красной площади танки и пехота уходили на фронт. Этот легендарный парад до сих пор остается символом воли и мужества всего народа. Не менее знаковой была в те годы и фигура легендарного командарма, который на коне объезжал и приветствовал войска. Москва оказалась гитлеровцам не по зубам. 41-й год заканчивался победами советских войск. Впереди был тяжелый 42-й. Весной Буденному поручили командовать северокавказским направлением. Через несколько месяцев ожесточенных боев пал Севастополь. Враг занял Ставрополь, Майкоп, Краснодар, а на Эльбрусе был поднят флаг со свастикой. В августе 42-го Буденного отозвали в Москву и назначили командующим кавалерией. На северокавказском направлении его заменили другие военачальники, которые действовали более эффективно в условиях современной войны. Вторую мировую войну называли «войной моторов». Главными ударными силами были танки, самоходные орудия и самолеты. Но Буденный прекрасно видел, что даже в этих условиях кавалерия вовсе не изжила себя. Именно при участии Буденного в Красной Армии началось формирование конно-механизированных групп. Всадники не бросались на танки и пулеметы с шашками наголо, как принято считать. Они воевали, как обычная пехота, а лошадь стала лишь средством передвижения. Кавалеристы порой проходили там, где не могла пройти техника и где их не ждал враг. Они осуществляли рейды в тылы противника, имея огромное пространство для маневра. Но чтобы кавалерия сражалась эффективно, ее бойцов нужно было вооружить, обучить, обеспечить лошадьми. Эти заботы легли на плечи маршала Буденного. И конница еще себя показала. Первая конно-механизированная группа была сформирована в сентябре 1941 года на Брянском фронте при обороне Москвы. Группы создавались на основе кавалерийских корпусов, которые усиливались танками, механизированными и мотострелковыми частями. Конно-механизированные группы сыграли важную роль и на заключительном этапе войны. А группе генерала Плиева было присвоено звание гвардейской. Кавалеристы Плиева прославились в боях за освобождение Белоруссии и во время битвы за Будапешт. В этих сражениях рядом с командующим группой находился и маршал Буденный. Война подходила к концу. Предпочтение теперь отдавалось молодым полководцам. Бывшие подчиненные Буденного догнали маршала в чинах и даже опередили по количеству наград, став героями Советского Союза. А Буденный свою первую звезду героя получил лишь спустя 13 лет после победы. В 1947 году неожиданно для многих Сталин предложил назначить Буденного заместителем министра сельского хозяйства. Ему поручили курировать коневодство. О несоответствии должности его маршальскому званию Буденный сильно не переживал. Напротив, с энтузиазмом взялся за работу. Наконец ему представился шанс заняться лошадьми, которых он обожал.
Семен Буденный даже выпустил научную работу о племенной работе в коневодстве и коннозаводстве. Ему было чем поделиться. В течение 25 лет он занимался селекцией лошадей и вывел две новые породы – буденовскую и терскую. А любимый конь Буденного по кличке Софист впоследствии был увековечен в памятнике Кутузову, установленном в Москве перед музеем панорамы «Бородинская битва». Когда пришла пора отправить Софиста на пенсию в армейские конюшни, Буденный не мог подняться с постели, чтобы попрощаться с верным другом. Тогда был сооружен деревянный настил, по которому коня подвели к маршалу. Близкие, наблюдавшие эту сцену, не могли сдержать слез. Буденный оставался в строю и после смерти Сталина. В 1955 году, в возрасте 73 лет, его перевели в группу генеральных инспекторов Министерства обороны. Маршал находился в прединсультном состоянии, но без службы себя не мыслил. Даже в последние годы жизни он продолжал работать в ДОСААФ, добровольном обществе содействия армии, авиации и флоту. Заботой Буденного стали аэроклубы, стрелковые тиры и автошколы. Семена Буденного уважали подчиненные, к нему с почтением относились в высшем руководстве страны. Однако неожиданным ударом стала для него реабилитация Бориса Думенко. В 1964 году приговор по делу Думенко был отменен. Вскоре появились книги и статьи о его жизни и подвигах. Эту реабилитацию Буденный воспринял как личное оскорбление. Он звонил в редакции журналов, в главную военную прокуратуру, ругался, писал открытые письма, жаловался в высокие инстанции. Точку в этом скандале поставил ЦК Компартии. Реабилитация Думенко пересмотру не подлежит. Бой с тенью расстрелянного Думенко Буденный проиграл. В апреле 73 года отмечалось 90-летие маршала Буденного. Рядом с ним были его любимая жена, дети и обожаемые внуки. В Центральном доме Советской армии в честь трижды Героя Советского Союза, кавалера 8 орденов Ленина и 6 орденов Красного Знамени проходил торжественный вечер. Когда внесли боевое знамя первой конной, весь зал встал. Остался сидеть только Семен Буденный. Встать ему просто не позволяло здоровье. В октябре того же 73 года Семен Буденный умер от кровоизлияния в мозг. У Кремлевской стены, где его похоронили, был дан последний залп в честь легендарного маршала. В истории великой страны, называвшейся СССР, он был не просто символом. Он был самой ее историей. Все четыре.